Я веду запись трансляции. Помимо того, что запись идет на камеру фронтальную, есть еще две боковые камеры, поэтому я потом смонтирую, и у вас будет хорошая видеозапись вебинара с хорошим звуком, дополнительно петличка, с хорошей картинкой. И в конце, после 2 часов, я отвечу на вопросы. На вопросы, которые вы мне заранее прислали в группу Awakening. И на те вопросы, которые мне перешлют администраторы в течение вебинара. Заходите в группу Awakening. В этой группе есть кнопка «Отправить сообщение». Нажимаете туда, пишите «Вопрос на вебинар». И чтобы они не дублировались, чтобы не отвечать несколько раз на одно и то же, будут отсортированы и отправлены мне в конце списком, по которому я пройдусь и отвечу на вопросы. Желаю вам приятного прослушивания. Я надеюсь, что вы получите удовольствие, вы найдете в этом вебинаре ответы на свои вопросы. Я просто не задавал себе подобные вопросы в силу того, что, ну а что об этом думать? Ты молодой, у тебя куча энергии, ну подумаешь, простуда, продумаешь, там прыщик вскочил. Но не возникало никаких мыслей о том, что что-то может быть с этой системой не так, потому что она нам с самого рождения объясняла, что да как надо делать. Это нам показывали по телевизору, это нам показывали в кино, более того, это нам говорили родственники. В общем, вся система была построена по принципу вот оно так, и даже не пытайся в этом разобраться. И если у тебя вскакивают какие-то проблемы в виде простуд, в виде каких-то хронических болячек, то на это есть всегда один ответ: иди к врачам, врачи тебе помогут. Я в это верил, это было абсолютно нормальным в моем понимании, в моем мире, как и в мире большинства из вас. И все бы ничего, но со временем я пришел к тому, что с каждым годом мое здоровье начало ухудшаться, причем оно начало ухудшаться быстрее, чем мне бы этого хотелось. К своим 25 годам я уже схлопотал вегетососудистую дистонию. Кто знает, что такое, кто не знает, можете потом позже сделать отметочку, загуглить и прочитать, что это такое. Был огромный спектр болезней. Это прыщи, это низкий тонус, это постоянные боли в горле. Это простуды минимум раз 5-6 в год, хотя нормы ВОЗ у нас доходят до 12. С каждым годом я все больше и больше понимал, что и внешний вид, и самочувствие, и энергия, все спускается просто в какую-то, простите, клаку, по-другому не скажешь. У нас в интернете появилось огромное количество, я помню тот год, огромное количество роликов, информации о том, что да, друзья, у нас какая-то канитель, какие-то проблемы с алкоголем. Помню то время, когда в интернете еще было странным поздравлять человека с Новым годом и говорить ему о том, что «Эй, Новый год, это классный праздник, все замечательно, но давай-ка ты как-нибудь, ну, без алкоголя, пусть он будет чистым, по-семейному, зачем упиваться, зачем убивать себя». Это было странным, это казалось каким-то ненормальным, и я помню, в то время я был просто один против системы, это было как-то, но невероятно, невероятно тяжело было донести, и в силу, наверное, какой-то некой неопытности я старался просто, ну, переубедить всех и вся. Я хотел, чтобы все это знали, я хотел эту информацию просто пропичкать, а для меня она стала откровением, и меня просто трясло от мысли о том, что люди, вы этого не понимаете, да как же так? Естественно, были очень сильные перестановки в рамках моего личного окружения, ближайшего, это друзей, знакомых, потому что я начал приводить как бы свое окружение в порядок и понял, что большинство людей, которые меня окружали, они, наверное, даже были, может быть, и не друзьями, а собутыльниками, потому что, ну, по большому счету, если ты с человеком проводишь только выходные и ты с ним не встречаешься в другое время, а если встречаешься, то ты обязательно употребляешь алкоголь, то давайте называть вещи своими именами. Ну какой же это друг? Друг это, мне кажется, все что угодно, но без алкоголя. Начал очищаться, начал узнавать больше об алкоголе, параллельно рассказывая другим об этом, передавая информацию от собриологов того времени. Жданов очень активно об этом говорил, и много других собриологов. Информация для меня стала довольно-таки понятной, и она все больше и больше попадала в меня в силу того, что я уже перестал в то время пить. И вот отказ от алкоголя, он помог очистить мое сознание, он помог дать мне понять, что у нас с ним не так. Я разобрался во всех нюансах, во всех заболеваниях, узнал, кому это надо, что дает нам алкоголь как таковой. И разобрался со всеми мифами, которые у нас вокруг этого алкоголя витают. Естественно, полностью перестал употреблять, и тогда через месяц, через 2, через 3, через полгода, а потом уже через год со мной начали происходить колоссальные изменения. Энергия, тонус, это
прозрачность мыслей, это четкость и ясность видения, и самое главное, отсутствие апатии, которая просто вот как кирпич какой-то в голове лежит, все это рассеивается, пропадает, у тебя появляются интересы, и ты начинаешь смотреть на мир иначе. И именно в то время у меня появилось огромное количество свободного времени, потому что мне требовалось много времени для восстановления себя после попоек, простите, выходных. У меня появились интересы, я начал использовать это время для творчества, начал использовать это время для того, чтобы читать книги, как-то двигаться вперед. И самое интересное, что мне все это стало очень интересным. Я начал читать. Когда я разобрался с алкоголем, я понял, что с ним что-то не так. И если кто-то из вас еще пока с ним не разобрался и считает, что есть некие допустимые нормы, ребят, я вам очень рекомендую изучить данную тему досконально, и вы поймете, как у нас все с ним плохо. У меня в архиве есть несколько десятков книг об алкоголе. Если вы выберете любую из них и прочитаете, я уверен, что ваше отношение к нему изменится, и это будет первым шажочком, если вы еще его не сделали. Обязательно этот шажочек нужно сделать. Далее, после того, как я все это осознал с алкоголем, я начал интересоваться другими темами, потому что для меня это было важным, мое здоровье было не очень хорошим. Да, я начал больше понимать, лучше мыслить, и мои мозги перестали быть отуплены наркотическим ядом, алкоголем. Я все равно чувствовал себя не очень хорошо в силу того, что в моем рационе было много продуктов, как я тогда еще не знал, которые не должны быть в моем рационе. И, соответственно, постепенно я вышел на информацию о мясе. Да, о мясе, о живности как таковой. Я не мог понять, что у нас не так с этими представителями так называемых вегетарианских сообществ, почему они не едят мясо, почему все остальные едят, когда нам все это объясняют, что это нужно обязательно делать, что мы хищники, что вот у нас клыки, что это пик эволюции, что только немощные не могут позволить себе есть мясо, а все остальные сильные, бодрые должны и так далее. Было очень много информации, но я никогда не был в конфронтациях с новой информацией. Если я получал новую информацию, я никогда яро, активно не отстаивал свои старые убеждения, не изучив данный вопрос. Естественно, когда я узнал, что есть огромное количество приверженцев вегетарианского, веганского образа жизни, я про среднее в то время еще даже не слышал. Я, естественно, начал изучать, мне было интересно, ну кто такие? И даже в то время я вышел на огромное количество работ в интернете, статей, в то время еще книг я не читал об этом. По капельке начал собирать общее понимание. В то время у нас в России очень хорошо начал развиваться интернет, имеется в виду YouTube, американские каналы. Я вышел на речи Гарри Юровского. И как для большинства из вас, для меня толчком стала не вовремя подкинутая книга с хорошей рекомендацией или интересная статья, а, конечно же, вот такая вот говорящая голова, которая объясняла, что да как у нас. Потому что когда ты слушаешь конкретного человека, это очень хорошо помогает разобраться, что к чему, и сделать это максимально быстро. Я собрал довольно-таки полную картину понимания того, что у нас не так с мясом. Естественно, мое нутро было против всего, что мне рассказывали вновь, в силу того, что все, что я знал о мясе на протяжении многих лет до этого, 25-26 лет, даже 27, по-моему, я должен был переписать и изменить буквально в одночасье. Соответственно, мой внутренний мир очень сильно был против этого, и даже получая неоспоримые аргументы о том, что из себя представляет мясо, почему мы не должны его есть, моя внутренняя все равно сопротивлялась. И мне требовалось время для того, чтобы, помимо того, что я узнал правду о мясе, еще постепенно принять тот факт, что действительно я без него могу обходиться. Я начал эксперимент довольно-таки простой, незамысловатый. Раз уж мясо мы сами по себе есть не можем, без всяких добавок, вкусовых изменений, я решил для себя, что я буду просто потреблять мясо без всяких специй, чтобы понять, что из себя представляет мясо в истинном понимании этого. Естественно, я не перестал его готовить, потому что это совсем мерзость уже, против которой я не смог пойти. Но я начал делать мясо в пароварке и поедать его, не добавляя никаких специй, и самое главное, специи соли, которые стимулируют наши все вкусовые предпочтения. Поедание мяса без добавок через 3 месяца просто вызывало у меня рвотный рефлекс от одного лишь запаха, от одного лишь вида. И я легко отпустил всю информацию, в том числе информацию про некие незаменимые вещества,
и какие-то аминокислоты, белки и тому подобное, потому что это уже было против моей сути, против моей природы. Я это чувствовал своим нутром. Я понимал, что бы мне ни рассказывали через интернет, что бы мне ни рассказывало общество, если меня рвет от этого, это означает, что мне это не нужно. И я не сумасшедший, я не странный. Это моя нормальная физиология. Если меня тошнит от этого дерьма, значит, оно противоестественно. Это не значит, что я должен изменить вкусы посредством добавок каких-то специй и только потом проглотить это все, занимаясь там всякими кулинарными изысками. В действительности мясо, оно вот оно есть, оно без добавок, вот оно такое, вот такое вот дерьмо. Когда я это осознал, прочувствовал информацию о том, которую мне впаривали на протяжении многих лет до этого, я все больше и больше постепенно отпустил. Уже только потом появились книги об этом, появилось китайское исследование, которое с научной точки зрения объясняло. Для меня это была книга, которая вызывала просто слезы счастья. Я читал ее и понимал, что да, вот эта книга, она дойдет до людей, люди ее поймут, в ней аргументы. Если я в ролике там через озвучку речи Гарри Яровского в фильме «Мясо. Вся правда, чтобы выжить» рассказывал о том, как важна тема сострадания, как важно нам постепенно перестраиваться, переходить на более чистое питание, убирать вот эту жестокость в мире, перестать насиловать природу и тысячами способов, то вот эта книга, она была заходом не через психологию, не через сострадание, а через науку. Эту книгу написал человек, который до написания этой книги, до проведения этого исследования был обычным врачом, традиционным троечником от науки, который яро пропихивал тему потребления мяса. И он сам с собой иронично очень это дело обсуждает в данной книге. Ну да, понятно, что заход через психологию кому-то, может быть, будет более продуктивным, и сострадание – это тема и с тем, но мы находимся вот в этой лжи с самого рождения. Нам пропихивают животный мир как мир, который мы должны эксплуатировать с самого рождения. Это одежда, это пух, это шерсть, это кожа, это салон автомобилей, это все что угодно. И от этого избавиться очень сложно, по крайней мере, в одномоментно избавиться от этого просто невозможно. Поэтому сделать маленький шажочек, прекратить агрессию, хотя бы перестав их есть, это уже в перспективе большой шаг. В дальнейшем вам никто не мешает постепенно перестать покупать кожаную обувь, потому что есть огромное количество замен. Если вы не хотите делать это резко, но вас никто не заставляет выкидывать ту обувь, которую вы уже купили. Вас никто не заставляет ездить на машине, которая будет гораздо хуже, чем другие, только потому что там есть, не знаю, там 20 сантиметров кожи. Никто не говорит вам, что должно быть именно так или иначе. Речь о том, чтобы постепенно перестроиться. Сделать так, чтобы в вашей жизни было как можно меньше того, что эксплуатирует другие виды и, самое главное, убивает природу. Ну, а что касается питания, это самое простое, самое сильно контактирующее с нами. Помимо того, что ты убиваешь другие виды, создавая спрос, либо делая это сам, ну, скорее всего, просто создавая спрос на убийство, ты убиваешь себя. Как можно винить вегетарианцев, в смысле мясоедов, в том, что они такие плохие, уничтожают природу, когда, по большому счету, они больше всего вредят сами себе? Убийство идет в первую очередь самого себя, когда ты поедаешь трупную плоть. Отказ от мяса – это большой шаг в сторону очищения, в сторону высвобождения огромного количества заразы из организма. Те изменения, которые со мной происходили в рамках отказа от алкоголя – это были цветочки. Да, это были первые шаги, да, они помогли сделать решительные шаги дальше, но то, что со мной происходило после отказа от мяса – это невероятно. Во-первых, отказ от мяса не заставил себя долго ждать и отказ от молока, потому что информация о молоке на самом деле является такой же опасной и такой же тщательно скрываемой от общества всей вот этой мясомолочной когорты. Они это делают, у них свои цели. Кто они, это отдельный вопрос. И есть ли вот эти вот отдельные личности, или это просто функционирование данной системы в рамках нашего общества, не так уж и важно. Берем чисто практическое, что из себя представляет молоко и мясо. Я сейчас скажу фразу, которую, скорее всего, вот кто-нибудь вырежет и будет распространять в интернете и говорить: смотрите, какой дурачок. Но я это скажу, потому что об этом говорили отдельные личности, и я, выслушав их мнение, их доводы, пришел к выводу, что, наверное, да, оно, скорее всего, так и есть. Мясо и молоко, по большому счету, это абсолютно одно и то же. Даже можно сказать так, что молоко – это как жидкое мясо. Потому что то и то, по сути, является
так называемой молочной кислотой. И воздействие на организм животного белка в любом его виде, пусть это будет мясо, пусть это будет сметана, пусть это будет молоко или перепелиные яйца, если хотите, воздействие на организм абсолютно одинаковое и абсолютно одинаково пагубно и плохо мы себя потом чувствуем после приема этих веществ. Ну как же так? Так другие не считают. Это только вопрос информированности. Ключевая схема, которую я рассказываю постоянно, помимо того, что, ребята, читайте книги, в них все написано, всю информацию я получил из книг, я ничего не придумал сам. Более того, вообще как-то странно говорить о том, что кто-то что-то где-то из себя, то есть создал сам. Очень странно это звучит, потому что в действительности все где-то взяли, все что-то переживали и выплюнули в новом виде. Более 99% информации вообще никому не принадлежит. Это все давным-давно уже сказано. И просто люди, которые это рассказывают, они просто передают это в небольшом, добавляя некоторый окрас к этим словам. То есть как бы добавляя новые нотки, но по большому счету говорят об одном и том же. Соответственно, вот эти претензии некоторых блогеров о том, что кто-то что-то повторяет за кем-то. Ребят, ну давайте по-честному. Такое ощущение, как будто вы эту информацию придумали сами. Какая разница, кто кого повторяет? Главное здесь не это. Главное это то, что об этом должно узнать максимальное количество людей. Если мои слова убедительны для определенной группы людей, то пусть кто-то другой скажет мои же слова, но в другом месте, и этот человек будет убедителен для другой группы людей. Главный эффект, что и эта группа людей услышали информацию. В этих группах будут люди, которые будут точно так же доносить информацию. Я очень часто на своих семинарах рассказываю людям о том, что им не нужно просто слушать меня. Им нужно точно так же собираться группами, собирать и выступать для того, чтобы рассказывать, потому что эта информация должна стать достоянием общества, и тогда оно изменится, тогда прекратится это ужасное насилие, прекратится это, причем насилие не только в сторону животного мира, но и в сторону нас. Все эти больнички, все, что вот с этим связано. Просто я перестал болеть, мой организм перестал зашлаковываться огромным количеством дряни и... Но меня отпустило все, начиная от прыщей, заканчивая какими-то хроническими болячками с горлом. Вот я помню, у меня очень сильно болело горло, постоянно был запах изо рта. Это было связано с тем, что молочка, лимфатические узлы вычищаются снизу вверх, и последний рубеж – это гланды. Почему так опасно их вырезать? Потому что если ты их вырезаешь, все, зараза уже, вот это вычищение происходит, все выше и выше поднимается, и у людей начинается там гайморит. Соответственно, уже последний рубеж закрыт, уже все, пошла зараза в мозг. Убрав мясо-молочку, если для вас еще пока это не кажется рациональным и логичным, я вас призываю, ребят, не оттягивайте чтение книг об этом. Внимательное прочтение, по большому счету, наверное, одной книги Колина Кэмпбелла «Китайское исследование» будет более чем достаточно для того, чтобы расставить все точки над «и». Я не рекомендую читать вторую книгу, которая написана... Не про рецепты, а вот следующая книга. В силу того, что там яро пропихивают тему с потреблением биологических добавок. И у человека, у которого все хорошо с головой, который видит рациональное, у него начинаются какие-то внутренние конфронтации. Ну как же так? Но если я биологический вид, которому противоестественно потребление животного мира, в любом его проявлении, все это данность, мы с этим разобрались, то какого хрена я должен принимать какие-то добавки из этого животного мира для того, чтобы выжить? Это бред. И я понимаю, что, скорее всего, данная книга написана под давлением определенных структур. Они подхватили волну и поняли, что да, тема классная, слишком быстро развивается это общество, но для того, чтобы хоть за что-то держать, дают команду написать книгу, в которой будет преподнесен вот этот маленький акцент касательно потребления биологических добавок. Это касается и витаминов группы В, и всего остального. Сейчас, секундочку, перезапущу камеру. Разбираешься с мясом, с молоком, вот после прочтения этой книги, если кому-то нужно, у меня в архиве есть много книг об этом. По вегетарианству, наверное, штук 80 точно есть. И разные авторы в разной форме доносят. То есть на любого читателя найдется тот, кто напишет в лучшем виде конкретно для этого читателя. Каждому читателю свой автор. И я уверен, что количество авторов, количество блогеров, которые об этом говорят, оно покрывает практически 100% людей. И не услышит только полнейший неадекват. То есть, вот прям совсем, вот дурачок от системы, который не хочет ничего слышать и живет по принципу «я за большинство».
Вот сейчас в большинство кричит, что вегетарианцы чудики. Все, я с ними, я буду кричать, и мне без разницы, что происходит в этом мире. Главное, что я в движухе, я прикрыт обществом. Ну, все так считают, и я буду тоже. Да, все, вегетарианцы плохие, пошел, пошел, пошел. Это слабые люди, люди, которые не виноваты. Люди сами являются жертвами в первую очередь. Ну, это как со властью. Если кто-то считает, что у нас люди наверху, правящие, имеют какие-то преимущества, то эти преимущества только лишь со стороны кажутся преимуществами. В действительности это пешки на местах, которыми управляет система напрямую. Нами управляют через них опосредованно, то есть прямого воздействия нет, и нам очень легко избежать этого воздействия. То вот ими управляют напрямую. Там шаг вправо, шаг влево, все, ничего не сделаешь. Надо еще подумать, кому больше не повезло и кому больше повезло. Нужно просто научиться существовать в системе, нужно научиться пользоваться ей. Знаете, как приезжаешь в город, я жил бы в этом городе, но я пока не научился им пользоваться. Вот здесь то же самое. Я бы жил бы на этой планете, я бы жил бы в этом мире, но я пока еще не научился им пользоваться. Но вот когда вы научитесь пользоваться этим миром, когда у вас будет понимание того, как этот мир функционирует, кто за что отвечает, у вас не будет с ним проблем. Ведь по большому счету мы как точка в пространстве появились на этой планете. Если хотите, до нас было огромное количество убийств, смертей, счастья, горя, радости, потом вот наше существование, и после нас будет тоже огромное количество радости и печали. И переживать в моменте о чем-либо довольно-таки странно, если отдалиться от всего этого и посмотреть на это все со стороны. Поэтому я вас, ребят, призываю не переживать по поводу происходящих процессов прямо сейчас очень сильно, потому что этим самым вы просто формируете слой своего мира, как говорит Зеланд. О чем думаешь, что и получаешь, мир просто отзеркаливает это с какой-то небольшой задержкой. Если какие-то процессы происходят, примите самое простое. Раньше вообще людей сжигали, раньше вешали, много чего было. И вот задайте себе простой вопрос, а можно ли было в то время избежать какой-либо казни? Возможно ли это было? Да, конечно, возможно. Ну, конечно же, люди могли избежать этого. Приходит к человеку, ты какой, простите, веры? Он говорит, ну я вот такой веры, извини, эта вера нам сейчас не подходит, поэтому давай-ка мы тебя повесим. Но если бы он сказал бы, что да какие проблемы, я вот вашей веры, все хорошо, он бы жил. То же самое сейчас. Если к вам приходят и говорят, что ты против системы, ну скажи, что ты за систему, ты рад, что она такая, все хорошо, с тобой ничего не сделают. Тем более, что непрозрачные намеки из разных источников говорят о том, что в действительности общество прямо сейчас уже давным-давно готово к отказу от мяса, к этой жестокости. Да, еще пока может быть сложно воспринять информацию про употребление сырой пищи как таковой, растительной, но вот тема с мясом, ну все, общество уже понимает. И тот, кто находится над обществом, и само общество, что время пришло, можно совершенно спокойно завязывать с этой жестокостью на земле. Ну и, соответственно, следующий шаг – это, конечно же, сыроедение. Его все очень любят, многие люди обо мне и узнают об этом, потому что большинство роликов, которые я выкладываю в интернет, они имеют хэштег «сыроедение», «сыроед», «сыроеды» и тому подобное, и поэтому просто вот моя физиономия постоянно, как только ты что-то спрашиваешь про сыроедение, так на меня люди и выходят. Начал интересоваться данной темой, это еще было, ну, примерно через год после того, как я убрал мясо, молоко. Информации об этом было немного, и это были такие же редкие статейки, и это были какие-то чудаковатые ребята в интернете, которые имели неприметный вид, они были худые, у них какие-то проблемы были с самочувствием, они не выглядели здоровыми для меня. Я забыл предупредить маму о том, что у меня вебинар, и она названивает. Она думает, что это у нее что-то сбросилось, надо еще раз позвонить. Наверное, сейчас еще раз 5 позвонит, так что простите меня. Соответственно, и цеплялись за эту информацию единицы. Но я был одним из тех, кто зацепился за информацию эту. За нее зацепился мой брат. Мы это все дело обсудили, взвесили и поняли, что да, в этом есть здравое. И самое главное, самое первое, что я сделал, это, конечно же, я понимал, что в интернете не было информации о каких-то сыроедах, она вся была такая скомканная, было много противоречий, какие-то редкие ролики. В первую очередь я познакомился с работами Эрота. Ну, кто придерживается религиозной тематики, это как Библия сыроедения, многие так шутят. Действительно, в этой книжке очень здорово все разобрано касательно того, что из себя представляет, в общем-то, термически обработанная пища. Также очень помогла книга «Трофические цепи и видовое питание».
В ней тоже очень здорово все расписано. Показано, что в действительности все биологические виды по генетическому аппарату имеют одно и то же. В то время даже появились книги, которые писали вот вновь появившиеся сыроеды. То есть они объединялись в группы. Я не буду называть авторов, потому что некоторые авторы сейчас уже не придерживаются этого, и некоторые даже начинают бухать, а потом мне их приводят в пример о том, что вот смотрите, человек рассказывал про сыроедение, а теперь он вообще бухает под забором, и поэтому все, что он рассказывал до этого, полная фигня. Ребят, давайте брать информацию в чистом виде. Если человек что-то сказал, кто за ним придет, кто на него повлияет, как он изменится в последующем, главное это то, что он говорит в моменте прямо сейчас. Это касается и физиологии. Не бывает такого, что у нас кто-то что-то получил, набрал питательных веществ, а потом через какое-то время он, соответственно, должен это все дело хранить себе, и у него все замечательно от этого. Нет, такого не бывает. Если ты выглядишь определенным образом прямо сейчас, имеешь определенный тонус прямо сейчас, то это результат того, что ты ешь и делаешь прямо сейчас, никак иначе. Не может быть такого, что ты набрал там белков. Я просто слышал такие бредовые истории о том, что так, сколько времени ты веган? Понятно, 4,5 года. Ну что ж, у нас 5 лет и белок заканчивается, так что тебе осталось полгодика и все, в твоем организме не будет белка, как ты будешь дальше жить? Ребят, ну я не знаю, какого склада должен быть ум, чтобы так рассуждать по-детски. Мне кажется, даже дети так не рассуждают. Это что такое за бред вообще? У нас организм откликается на те или иные изменения в рационе и в питании гораздо быстрее, чем вот эти вот сумасшедшие 5 лет и 6 лет. Ребят, если ты совершенно спокойно функционируешь, более того, давайте по-честному, если отдалимся от этих форумов ужасных, которые нам всякую херню впаривают, запугивают нас, если посмотрим на себя, ты начинаешь выглядеть лучше. У меня есть фотографии, которые были сделаны в 23, в 24, в 22 года. Ребят, я выглядел безобразно. И не потому, что я что-то ужасное делал. Я, в общем-то, жил обычной жизнью. Просто отличие в том, что я ел и что я делал. Соответственно, сейчас мне 32 года. Я в 32 года чувствую себя значительно лучше, никаких болезней, никаких простуд. Понятное дело, что есть много факторов, на которые ты можешь попасться, на тебя там могут гадалки всякие направить энергии. Но в общем и целом, если при прочих равных условиях, самочувствие гораздо лучше, когда ты перестаешь постоянно пичкать в себя заразу. То есть ты перестаешь заниматься старением, самостарением, то есть старение от слова говорят стирание, то есть перестаешь себя постоянно стирать едой. И, соответственно, чем тщательнее ты подходишь к вопросу выбора пищи, ее количества и качества, тем, соответственно, меньше ты себя этим дерьмом насилуешь, стираешь свой организм и, в общем-то, чувствуешь себя прекрасно. Когда я окончательно для себя решил вопрос с употреблением сырой пищи, я очень активно, ну, просто начал, как обычно, новой волной рассказывать про это, потому что это было действительно интересным, это было взрывной информацией. Она действительно очень сильно шокировала, и я думал, да как же так, смотрите. И я это делал, потому что у меня был результат. Я понимал, что да, у меня куча энергии, да, я чувствую себя гораздо лучше. И самое главное, ключевое изменение, которое произошло, когда ты убираешь мясо, молочку, у тебя пропадают совсем уж прям жесткие заболевания. Но не пропадает все. И когда я убрал термически обработанную пищу, пошел тонус, пошла энергия, пропало огромное количество слизи. В целом я узнал про то, что есть наш генетический аппарат, клетка, что там есть кристаллы, в которых, как говорят ученые, 99% информационного шума, и только вот 1% является ключевым, который формирует нас как личность. Но это же полная хрень. Естественно, все, что там есть, влияет на нас по полной программе. И то, что мы не изучили еще это дело, и не факт, что еще изучим, не означает, что это мусор. Это просто смех ученых, которые сами над собой смеются, когда об этом говорят. И вот этот кристалл выяснилось, что оказывается при температуре выше 41, иногда 42 градусов, начинает плавиться. И вот эти изменения, которые с ним происходят, они просто убивают его. И более того, губительно воздействуют на наш организм. Получается, что термически обработанная пища, по большому счету, это как шматок мяса, который организм не знает, как вывести, и подходит к этому как к лишнему чему-то. Он запускает так называемый процесс пищеварения. Пищевого лейкоцитоза, когда лейкоциты, стражи нашего организма, направляются в пищеварительную систему, пытаются как-то утилизировать денатурированные варкой аминокислоты и белки, как-то все это вывести, сделать так, чтобы ты максимально долго прожил. И вот эта денатурированная пища, то есть термически обработанная пища, она вредит, она вызывает огромное количество слизи в организме, которой слизь должна быть выведена, и описывать полноценно процесс, тратить на это время, ну, серьезно.
лучше, чем написано в книге, вам никто не расскажет. Да, я могу намекнуть, да, я могу объяснить, но, ребят, прочитайте хотя бы одну стоящую книжку по сыроедению. Я после вебинара каждому, ну, в смысле, в группу скину на ссылку на архив. В этом архиве небольшом будет небольшая подборочка для тех, кто хочет избавиться от алкоголя. Там будет несколько книжек об этом, я выберу самые яркие из них. Там будет небольшая подборочка по веганству, вегетарианству, для того, чтобы, ну, вы свободное время, если вам это интересно, потому что в любом случае все, что вы будете изучать, это только то, что вам интересно. Вы прочитаете по вегетарианству. Если вы находитесь на уровне сыроедения, еще пока сомневаетесь, какие-то казусы есть со здоровьем из-за этого, то прочитайте литературу об этом. И самое-самое главное, что я рассказываю на вебинарах, на семинарах, и люди с этим постоянно сталкиваются. Я уверен, что 90% вопросов, которые вы мне задаете, они будут как касательно того, что происходит с моим организмом во время того, как я перехожу на более чистое питание. Ребят, я сейчас расскажу вам самую простую схему, которая, ну, она одна, других схем не существует. Это самая-самая банальная, самая простая вещь, которую вы должны понять и перестать вот мыслить, вот стадно мыслить, по-другому не скажешь. Предположим, вы на протяжении огромного количества лет поедаете пищу, которая не должна попадать в ваш рот. Тем самым вы убиваете себя, то есть делаете так, что ваш организм постоянно находится в стрессе, и он постоянно накапливает заразу, которая в нем не должна быть. После этого вы узнаете, что оказывается, то, что вы ели много лет до этого, является вредным. Убираете эту пищу из рациона. Внимание, вопрос к вам. Что с вами начнет происходить? Ну, разумеется, организм, как минимум, получает энергию свободную, потому что он больше не вынужден нести бремя этой ужасной пищи. И эту свободную энергию он использует для чего, вы думали? Для выведения. Да, он выводит заразу, независимо от того, чем вы питаетесь. Но если у вас больше энергии, он эту заразу выводит быстрее. Поэтому скорость, с которой из вас выходит зараза, прямо пропорциональна скорости, с которой вы переходите на более чистое питание. Вплоть до полного отказа от пищи. Если вам интересно, есть книги по голоданию, лечебному и всем тем плюшечкам и няшечкам, которые получает человек при отказе от пищи. Соответственно, если мы отказываемся от пищи, переходим на голодание, разумеется, организм с такой скоростью начинает все выводить, что это может даже повредить нашему здоровью и нашему, ну, тонусу. Мы можем просто выпасть из социума. Это происходило много раз со многими, когда люди несколько фанатично к этому подходили и не контролировали процесс отказа. В моем случае все было прекрасно и хорошо, и плавно, и замечательно. Я сначала убрал алкоголь, мой организм начал чиститься, потом я убрал мясо, потом убрал молочку, потом перешел на сырое, потом начал питаться в монорежиме, потом вообще попробовал соки, потом попробовал несколько, какое-то время не есть. И вы знаете, ребят, у меня все как-то было плавно и постепенно. Но люди, с которыми я сталкиваюсь в интернете, очень часто узнают о, допустим, сыроедении или там голодании, и сразу такие: ну что, вообще, я весь такой больной, да, я начну, все, и пошел. Ребят, все очень просто. Если вы узнаете о чем-либо, что не является для вас естественным, то вы неизбежно от этого рано или поздно отказываетесь. И для того, чтобы у вас не было сомнений и откатов, возвратов к тому, что у вас было, из-за ваших вновь появившихся кризов, очисток, вычищения заразы, я вам настоятельно рекомендую, обязательно, ребят, читайте об этом литературу. Если вы не будете читать литературу об этом, то просто, ну, да как вообще можно какие-то шаги сделать? Поэтому, если вы решили, что вы теперь хотите питаться сырой пищей растительной, форумов Милованова и других людей, которые об этом говорят, недостаточно. Как минимум парочку-троечку книг об этом нужно прочитать от стоящих авторов, которые об этом говорят, раскладывают по полочкам все да как. А не так, что ну я услышал, все, пошел. Там в этих книгах все написано. И все ответы на вопросы, которые вы мне задаете всегда, они там всегда есть. Потому что я информацию не из космоса получаю прямо сейчас. Я эту информацию где-то услышал, где-то переварил. И она является такой некой аккумуляцией знаний. Пожалуйста, сделайте этот подарок сами себе. Начните читать, получить информацию комплексно. Хватит вот заниматься кусочничеством. Здесь чуть уловил, там чуть уловил, ну вроде что-то начало получаться. Ребят, сели максимально внимательно, прочитали 1-2-3 книги. Я уверяю, что все проблемы пропадут. Полное глубокое погружение через интернет, оно вряд ли возможно. Мне нужно не 2 часа, мне нужно
даже не 20 часов, нужен просто цикл, мне нужна огромная программа, я должен знать каждого человека, который присутствует на вебинаре, чтобы ему четко расписать, ответить, скорректировать, чтобы дать ему задание на каждое время. Это огромное количество работы и времени, и не уверен, что кто-то на это согласится, а если согласится, ну молодцы. Вперед, делайте это. Я буду очень рад, если будут те, кто будет помогать людям, даже за деньги. Но у меня столько времени просто нету. Мне тема с питанием, со здоровым образом жизни, она интересна, но не до такой степени, чтобы я убивал на это 24 часа в сутки. Серьезно, я давным-давно уже себе сказал, что я ни с кем из окружения своего не обсуждаю тему питания, кроме как, если это не касается моих выступлений. Все, потому что мне эта тема уже для обсуждения является как бы табу. Все, я об этом не хочу больше говорить. Хватит уже. Почему такое количество энергии, о котором мне рассказывают, до сих пор еще не присутствует в моей жизни? Почему у меня также появляются прыщи? Почему также есть сопли? Почему огромное количество времени трачу на эту пищу, когда в принципе должно все упроститься? Более того, посещая всякие эти кафе и прочее, я понимаю, что да что ж такое-то? Где вся та прыть, где вся энергия, которую мне рассказывали? И я выхожу на понимание того, что вся суть употребления живой натуральной пищи, она далеко не в том факте, что это просто сырое все. А я начинаю понимать, что вся прелесть пищи как таковой, это употребление одного продукта за раз. То есть это какой-то продукт взял один, съел его, и после того, как ты этот продукт съел, после того, как запущенные, задуманные природой механизмы твоего организма усвоили полностью этот продукт, ты получил из него энергию, он тебя напитал, то есть дал тебе энергию. Не как обычно там питательная пища, ты попитался, и после этого тебе хочется поспать. Чем ты себя напитал? Питательная пища – это пища, которая дает энергию, после которой тебе хочется двигаться. У тебя как появляется желание что-то делать. Ты начинаешь становиться энергичным, а не хочешь спать. Поэтому, когда я понял, что вся суть даже не то, чтобы в том, чтобы не готовить, не разогревать этот мандарин, а в том, чтобы не смешивать его с другими продуктами, это решило огромное количество проблем, с которыми сталкиваются сыроеды. Это вздутие, тяжесть, непроходимость и прочее. Потому что в действительности мы начинаем есть больше и начинаем очень сильно смешивать. И это смешивание выливается, ну, ничего хорошего из этого не получается. Тем более, когда мы смешиваем орехи, когда мы смешиваем крахмалосодержащие фрукты, овощи. Соответственно, от этого возникает огромное количество проблем. Я сразу не убрал смешивание, я убирал его постепенно, но я заметил, что чем больше я ем в монорежиме, тем легче и лучше я себя чувствую. И появилась такая некая новая ступень, после которой я понял, вот, наверное, вот сейчас, все, что было до этого, это была хрень вообще. Вот сейчас началась вообще самая крутая тема. Какие-то проблемы с сочетанием продуктов, которые нужно было обязательно учитывать, они уходят в сторону. И самое главное, что я заметил, мне начало требоваться значительно меньше пищи как таковой. Когда я только-только переходил на сырую растительную пищу, те, кто изучал тему сыроедения, знают, что есть некая флора, можно ее называть фауна, неважно, она может быть как патогенная, так и симбиотная. Симбиотная – это наша дружественная, хорошая, а патогенная, скажем так, она работает против нас. И когда ты постепенно убираешь из своего рациона огромное количество непотребной дряни, я говорю про мясо, про молоко и про термически обработанную пищу, твой организм начинает очищаться, и вот эти остатки патогенной флоры фауны, то есть недружественные нам, они так же, как и раньше, требуют питания для себя. И, соответственно, когда ты имеешь питание правильной пищей и питание неправильной пищей, внутри у тебя есть те, кто питаются и правильным, и неправильным. Изучите тему с паразитами. Я не думаю, что это одна из приятных тем, но если вы посмотрите пару роликов про паразитов, про то, как они управляют тем, в ком находятся, изучите информацию об этом из книг, которые тоже, кстати, есть в архиве,
Я думаю, что вам не станет казаться странным тот факт, что они реально способны управлять нашими вкусовыми предпочтениями, и почему мы этого хотим или не хотим. И именно поэтому люди, которые питаются правильной и еще пока неправильной пищей, постепенно сокращая неправильную пищу, они еще получают в свой мозг сигналы от своей патогенной флоры фауны, которая требует питания. И в итоге получается, что ты съел очень много, но такое ощущение, что вот ну не поел, еще чего-то хочется. Сладенького хочется, кисленького хочется, кому хочется. И как только ты перестаешь кормить патогенную флору фауну, начинаешь питать себя только натуральными фруктами и овощами, разумеется, это просто неизбежно. С каждым годом, с каждым новым месяцем, если хотите, количество пищи, фруктов и овощей, которые вы поначалу едите просто как сумасшедшие. Ведь правда говорят, что люди, которые переходят на живое питание, они первое время, первый год только и думают, что о еде. Я сам помню, как я только до обеда съедал ну такую миску без проблем вообще. Килограмм яблок, да вообще легко. С тренировки еду, ну пакетик полкилограмма, 300 грамм минимум орехов, без проблем вообще закидывал. Что я от этого был сильнее? Просто дерьма больше производил. Никакой энергии и тонуса от этого не было. Я уверяю вас, что со временем вы будете есть ее значительно меньше в силу того, что вам не нужно будет кормить патогенную флору фауну, потому что по большому счету она постепенно сойдет на нет. Ее будет так мало, что ее можно будет даже не рассматривать как таковую. У вас будет ваша симбиотная, которая будет помогать вам усваивать, выводить те или иные питательные вещества, которые вы получаете из фруктов и овощей. Когда я перешел на монопитание, я почувствовал энергию. Да, у меня были возвраты, я путешествовал в то время много, естественно, попадая в новую страну, мне было интересно познакомиться с новой кухней и узнать, что такое они здесь придумали, и как так я вот сюда приехал и не попробовать. Для меня это было сложно, поэтому я иногда возвращался к кулинарии, то есть я посещал сыроедческие рестораны, в которых готовили невероятно вкусные вещи, но по большому счету я пришел к пониманию самого простого. Единственное, почему мы ту или иную пищу едим, это специи. Да, на самом деле специи. Вот привязанность к соли, например, держится примерно от 3 до 7 дней. То есть, если ты достаточно чистый, но потом дураком, простите, съел что-либо содержащее соль, естественно, это опухание, это неорганика, это воздействие на организм. Изучите поле Брега, вы поймете, что такое неорганика и почему вообще она так вредна. Соль, как таковая, тоже является вредным веществом неорганического происхождения. Убираешь из рациона соль, у тебя на первый день все хорошо. То есть, как бы, все замечательно, нормально, в организме она еще есть, она еще и воду держит, ты чувствуешь такой прилив энергии, она в тебе стоит. На второй день ты начинаешь потихонечку от нее избавляться, и начинается ломка, то есть тебе начинает требовать организм ее опять. На третий день ты понимаешь, что просто пипец, если ты что-то ничего не съешь соленого, тебя начнет просто трясти, ты начинаешь становиться агрессивным. И вот на четвертый, пятый, шестой, седьмой и далее дни ломка пропадает, и ты понимаешь, что ты смотришь на то, что содержит соль, и тебе этого совершенно не хочется. Не потому, что ты такой весь молодец, сам себя сумел переубедить, а потому что пропала физиологическая потребность, биохимическая потребность, да какая угодно потребность. Здесь даже речь не о психологии, а о физиологии, то есть о физиологических процессах в организме. Ты перестаешь испытывать желание к тому, что тебе не нужно. И все. И дальше легко. Именно поэтому люди, которые питаются в монорежиме без всяких добавок, они совершенно спокойно ходят по магазинам, для них не являются соблазнительными различные кафешки и прочее, где все это продается, где все это так красиво украшено и тому подобное. Но самому крутому сыроеду, не знаю, моноеду, сокопиту, как хотите называйте, и стоит зайти в кафе и дураком съесть что-нибудь соленое, скорее всего, ближайшие 2-3-4 дня у него будут проблемы, ему будет внутренне физически хотеться соленого, потому что ну, он просто получил дозу наркотика. По-другому не скажешь, пища наркотик в данном случае, а со специями так вообще. И, соответственно, когда ты начинаешь убирать огромное количество специй, которые усиливают вкус, ты перестаешь есть больше, то есть есть сверхнормы. А для чего человеку есть сверхнормы? Серьезно, если проанализировать такую вещь, как жир, который является, по моему убеждению, является инструментом организма для того, чтобы сдерживать заразу, для того, чтобы ты прямо сейчас в моменте не сдох, простите, но вот ты съел вредное, организм не успел это из тебя вывести, для того, чтобы это все как-то где-то было спрятано, ну, чтобы ты не отравлял свою жизнь прямо сейчас, он это все запаковывает в безобидные места, в места, где это не будет на тебя воздействовать прямо сейчас в моменте. Он не может это засунуть
тебе в сердце, потому что это будет мешать работе сердца. Он не может запихнуть в легкие или там, не знаю. Он запихнет это в самое безобидное место, куда-нибудь вот в жировую ткань, и, а лучше вообще под кожу, чтобы не было... не мешать организму функционировать. И все. Поэтому получается элементарная схема, запомните ее, скажу медленно. Количество жира и вообще его факт присутствия – это всегда результат переедания, то есть употребления пищи сверх нормы. А у нас люди ходят, они все имеют жир практически. И даже те, кто выглядит вот таким худым, то есть он худой и жирный одновременно. Он мне рассказывает, да посмотри на меня, я весь худой, что ты мне рассказываешь, что у меня жир, куда у меня там что прячется? В действительности он худой, да, но вот его мало, и вот то, что у него есть, это жир. Потому что он ест, может быть, меньше, чем другие, которые съедают гораздо больше, поэтому у них больше жира для того, чтобы складировать то, что не должно быть засунуто в дырку под названием рот. Но в действительности они все равно это съедают, и все равно это откладывается в жировую ткань. Поэтому если хотите избавиться от жира, первое, что нужно сделать, это раз и навсегда решить для себя, как вы хотите выглядеть, какая вам нужна энергия, какой вам нужен тонус. И если вы будете питаться в монорежиме, фруктиками, то в вашем организме никогда не будет лишнего. И, соответственно, это всегда будет идти вам на пользу, у вас никогда не будет лишнего жира. То есть это не соревновательное состояние, это состояние, когда... вы имеете тот уровень жира, который является достаточным для того, чтобы не мешать вашим органам функционировать. Соответственно, если вы не едите заразу, у вас никогда не будет лишнего жира. Просто для себя скажите сами себе, я хочу избавиться от жира. Да, хочу, нет, не хочу. Все, и хватит рассуждать на тему того, хочется мне вкусного или не хочется мне вкусного. В любом случае, ваше хочется и не хочется изменится, потому что вы очиститесь. А когда вы очищаетесь, вы физически перестаете хотеть. То есть вы смотрите на какой-то объект, допустим, животного происхождения. Может быть, он будет с солью, может быть, он будет с сахаром или еще с чем-то. Но вы смотрите на него и понимаете, что «но не хочу, но не хочется мне». В моем организме нет ничего, чтобы требовало вот это. И это не проблема, это не конфронтация с самим собой, это не жить впустую, когда весь все общество ест этих, допустим, мышей. Но нет такого. Эти мысли даже не возникают в голове. Ты просто понимаешь, что ты сейчас чист, и твоя, простите, флора-фауна не требует этого, твой организм не требует этого. Ты после тренировки хочешь напитать свое тело, попить воды, то есть питание от слова пить. И ты можешь съесть сочный плод, ты можешь выпить сока, ты можешь выпить, там, не знаю, дистиллированной воды, которая будет без неорганики вообще замечательная. Но у тебя никак не возникнет желания поесть какой-нибудь стейк соленый со специями. Ну, не возникнет такого желания. Такое желание может возникнуть только у патогенной флоры-фауны. Поэтому вопрос... с вкусовыми предпочтениями решается очень просто. Он решается сам постепенно, когда вы перестаете поступать неадекватно по отношению к своему телу. То есть перестаете себя пичкать заразой. Сразу же возникает вопрос, ну, я перехожу с одного типа на питание на другое, начинаю очищаться, мой организм высвобождает огромное количество заразы, и так получается, что я начинаю очень сильно худеть. Ну реально, уходит вес, из меня выходят шлаки, токсины. Я уж молчу про то, что выгляжу ужасно, когда там какие-то сопли начинают идти, там прыщи и прочее, вычищение происходит. Я уж про это вообще молчу, что энергии нет. И ладно, хрен с ним, это я все переживу, это я все понимаю. Да, там я начитался на форумах о том, что какие-то проблемы с волосами. Ребят, ну серьезно, какие могут быть проблемы с волосами, когда вы перестаете пичкать свой организм то, что там не должно быть? Разумеется, если ты перестаешь травить себя, твои волосы будут в лучшем состоянии, твоя кожа будет в более лучшем состоянии, зубы твои будут в нормальном состоянии. Ну, сами посудите. Ну, допустим, вот если вы, допустим, вообще не едите, у вас будут проблемы с зубами? Какие могут быть проблемы с зубами, если вы вообще не едите? Соответственно, любые проблемы, которые возникают с зубами, они возникают исключительно из-за того, что именно вы едите. Я свои зубы, первый бы там пломбу, я испортил, когда ел термически обработанную пищу. У меня был кариес, я пришел к врачу, мне зуб полностью рассверлили, то есть убили его каналы. Естественно, он перестал быть крепким. Я был у врача, который мне сказал, что, у стоматолога, который сказал, что в действительности расколоть зуб, обычный зуб, каким-то камушком, когда вы едите там пророщенные злаки, невозможно, потому что он живой. У него есть вот эти нервные окончания очень крепкие. А колятся именно те зубы, которые были с пломбой, которые уже были мертвы. То есть, по большому счету, когда мне в 10 лет поставили пломбу от кариеса первую, это был уже мертвый зуб. И я столько времени не шел, не лечил его, не выдергивал, потому что боялся, что ну как бы это же зуб. А зуба-то уже и нет давно.
Его убили тогда еще. И именно поэтому, когда я перешел на живую пищу, ел эти пророченные злаки, и там оказался камушек, я камушком попал на этот зуб с пломбой, и он уже мертвый, естественно, он как бы другой зуб не раскололся, а этот раскололся, и все. С тех пор у меня постепенно потом вылетела пломба, потом я начал зуб уже ходить сам расшатывать, потом я просто пришел к врачу и говорю, все, давайте выдергивайте, мне этот зуб нафиг не нужен, потому что мне просто неудобно. Я что-нибудь там перекусил, и мне пища попала вот туда. Ну, неудобно. Мне вытащили, и, соответственно, все стало хорошо. Вопрос видел в группе по поводу того, что у нас с анестезией, с добавками различными, там, обезболивающими. Ребят, да, это все плохо. Да, это ненормально, когда мы что-то себе вкалываем, но поверьте, в чистое тело, когда вы все это вкалываете, организм вычищает то, что не должно в нем быть, гораздо быстрее. Когда я пришел к врачу, к стоматологу, мне вытаскивали зуб, мне было очень больно. Она вытаскивает, там была очень большая вот эта жила, которая держала мой зуб. Ну, он просто вот такой огромный, то есть чуть ли не самый большой зуб, который у меня был. И, соответственно, когда она начала вытаскивать, я понимаю, что мне очень больно. А изначально я ей сказал, сделайте мне, пожалуйста, анестезию для беременных. То есть она сначала попробовала вообще без анестезии, я говорю, ну мне больно. После этого она принесла мне там какую-то анестезию для беременных, самой минимальной концентрации, там 1-200, что ли, я не помню. Вколола мне, тащит, мне больно. После этого она принесла более сильную, потом выяснилось, что она мне принесла самую сильную анестезию, тащит, мне все равно больно, я не могу терпеть, у меня слезы, мне просто, ну, зубная боль считается самой сильной. И тогда она вообще просто говорит, ну ничего не остается, давай тогда... Она мне вообще делает мощный большой укол, прям в челюсть сюда, закалывает туда очень много, самую сильную дозу. И, соответственно, даже после этого, я когда отдохнул, она мне делала еще один укол. И в итоге, когда она доставала мне зуб, мне все равно было больно. И когда она уже его достала, вот все равно она мне достала его с болью. То есть избавиться полностью. У меня уже язык онемел, я уже говорить не могу, все тут уже. Но она мне вытаскивает, мне все равно больно. То есть максимальная доза концентрации обезболивающего, которая только вообще возможна, все равно мне было больно. Мне осталось только вот общий наркоз сделать. И то, мне кажется, я там под общим наркозом, ну хотя нет, под общим, конечно же, не было ощущений. Но тем не менее. То есть получается, что я получил огромную вот эту дозу обезболивающего, и вряд ли это повлияло на мое здоровье хорошо, но что я скажу по ощущениям? Конечно же, меня колбасило до вечера, то есть у меня было такое чумное состояние, но я не выпал из социума, я совершенно спокойно функционировал, да, я в этот день на тренировку не пошел, в силу того, что я понимал, что ну, голова прям чумная. На следующий день у меня тоже было такое несколько чумное состояние, но после этого, когда потихонечку переставало тянуть, я понял, что ну все, наверное, все вычистил, что попало в меня. То есть, по большому счету, никаких серьезных проблем со здоровьем из-за этой анестезии мне не возникло. И я думаю, что если бы я питался, как и все, возможно, мне было бы сложнее. Но когда организм чист, он с большей эффективностью, с большим энтузиазмом вычищает все лишнее. Поэтому я совершенно спокойно все это дело из себя вывел. Я просто помню, какой у меня был отходняк, когда мне делали общий наркоз в детстве, в 7 лет, когда мне вырезали аппендицит. Кстати, к слову об аппендиците. Многие переживают, потому что это очень важный орган, но в действительности вся информация, которую я знаю об этом органе, она такая, она довольно-таки поверхностная, и даже сами врачи говорят, что до конца его работа не изучена, и что он там дает. Считается, что он является каким-то резервуаром с нашей полезной фауной, флорой, но реально его функционал до конца неизвестен, и тот факт, что у меня сейчас его нет, наводит меня на мысль о том, что данный орган, как и большинство органов пищеварения, я бы сказал так, пищеведения, является инструментами для того, чтобы избавляться от того, что мы запихиваем себе в рот. И я понял, что если ничего в себе в рот не запихивать, то большинство органов нам по большому счету-то особо не нужны. У меня серьезно, в Санкт-Петербурге была девушка на консультации, у которой после того, как обнаружили рак желудка, сделали операцию и вырезали большую часть желудка, практически полностью. То есть у нее пища практически моментально попадает сразу же в тощий кишечник, кто знает, как устроена пищеварительная система. И она совершенно спокойно живет, просто у нее сейчас нету место, в котором происходит дополнительная обработка какими-то веществами, то есть, по сути, отсутствует отдельный орган для пищеведения. Тема с питанием, тема с
с тем, что из себя представляет пища, я одно время узнал о том, что есть люди, которые не питаются вообще, изучил данный вопрос с разных сторон, узнал про энергетические практики, про то, что мы получаем энергию из огромного количества источников, что по большому счету пища это вообще не то, что нас питает, а просто бремя, и нам нужна только вода. И я начал рассматривать вообще пищу с точки зрения содержания в ней влаги. То есть для меня критерием стало, может быть, даже не то, что это термически, не термически, а наличие или отсутствие влаги в плоде. Если в плоде есть влага, то замечательно, он меня напитает, тем более, если это влага органическая. Я начал пробовать свою первую в жизни соковую, так называемую, диету, по-другому не скопил, только соки. Ребят, это был мой самый мощный экспириенс, и это было невероятное ощущение, когда чистота твоего тела, ну просто в десятки раз отличается от того, что ты получал раньше. То есть тонус становится настолько невероятным, что ты даже не понимаешь, как ты мог жить в таком удушенном состоянии раньше. Невероятное количество энергии. Ты начинаешь чувствовать свое тело, появляется огромное количество энергии, легкость. И самое главное, у тебя пропадают проблемы с пищеварением как таковые. Потому что твой организм постоянно чист, тебе не нужно ходить в туалет. А поначалу при переходе ты просто делаешь себе прочищающие клизмы, и тем самым дополнительно высвобождаешь все эти каловые массы. Обычно при переходе на соки рекомендую делать эти клизмы в силу того, что организму нужно избавиться от старой пищи. Есть мнение, что некоторые позывы в потреблении пищи у нас возникают из-за того, что у нас есть пища, которую мы съели до этого, и новая пища является неким инструментом для проталкивания предыдущей съеденной пищи нами. Но если ты переходишь на соки, все-таки какое-то время нужно для того, чтобы все, что в вас попало до этого, до соков, должно выйти из вас. Многие рекомендуют, и есть и отдельные книги об этом, что, ребят, делайте прочищающие клизмы, вычищайте все это дело, и, как говорится, на чистый желудок, на чистый организм, и соки, и голодание, и любые чистки, они проходят гораздо легче. Когда я перешел на питание соками, я делал себе прочищающие клизмы, и потом со временем я их делал все меньше и меньше, доходил чуть ли не до одного раза в неделю, когда они просто не требовались. Вот этот вопрос по поводу флоры и фауны, которая в нем находится. Ну, возможно, да, там есть что-то, что формируется и нас питает, но оно, ну, очень сложно какими-то клизмами вычистить свой кишечник до такой степени, что там ничего не осталось, и если там что-то нас и питает, оно бы перестало нас питать. По большому счету, если бы это было бы так, на длинной дистанции у меня и у многих людей, кто это пробовал, были бы проблемы с самочувствием, со здоровьем, но они не возникают. Энергии только больше и только лучше самочувствие. Но происходит один маленький нюанс, о котором я хочу вам очень внимательно сейчас подробно рассказать. Он касается того факта, что из себя представляет человек как таковой. Естественно, данная запись, как бы я не хотел, чтобы она была для конкретного человека каждый раз, она разлетится в интернете и будут люди, которые будут копировать несанкционированно, поэтому я постараюсь говорить максимально сдержанно. Дело в том, что тот факт, что человек из себя представляет в нашем понимании, в нашем социуме, он несколько отличается от реального положения вещей, то есть от того, что в действительности должен из себя представлять человек. Нам с журналов, с книг, с фильмов показывают некий образ человека, который должен иметь определенную физиологию, определенный тонус, должен иметь определенный вид. Я изучаю литературу, много просто источников, очень много прочитал. В общем и целом впечатление остается такое, что реально человек должен быть по природе своим худым. То есть реально всего по минимуму. То есть выходит, что люди, которые жалуются на то, что они худеют при переходе на более чистое питание, на самом деле не является чем-то странным, это нормально. Ты приходишь к своему естественному состоянию тела, когда у тебя нету лишнего. То есть ты чист, и вот ты сейчас такой, каким должен быть. Не такой, каким тебе объяснила система, которая подравнялась под большинство больных людей, а именно такой, какой ты должен быть. У тебя проблемы с тем, что тебе объяснили, тем, что ты себя представляешь на самом деле. Я понял, что это не совсем правильно и не совсем комфортно для жизни в социуме, где все не такие. И для меня это стало неким таким стимулом для изучения информации. А как же сделать так, чтобы я питался чистой пищей, пил соки, по большому счету становился худым, это нормально для организма человека. Когда ты худой, у тебя ничего лишнего нет, ты ничем не болеешь. То есть, ну,
Вот такая вот данность странная. Я думаю, что если вы будете читать информацию, изучать, вы, думаю, придете к подобным выводам, к которым пришел я на эту тему. Но, соответственно, когда вы понимаете, что вы по природе должны быть дрищом, простите, как же сделать так, чтобы ты в этом обществе все-таки хоть немножечко соответствовал тем образом, канонам внешнего вида, красоты, как хотите называйте, чтобы, ну, как-то вписываться в это общество? Если я ем лишнее, то есть пищу, которая не должна в меня попасть, в зависимости от степени вреда пищи, я либо набираю больше жира, либо набираю меньше жира. Но в любом случае, если я съедаю лишнее, я всегда набираю жир. С жиром разобрались, все понятно. Если не хочешь быть жирным, тогда просто не ешь лишнее и не ешь слишком вредное. Тогда жира будет меньше, либо его не будет вообще, если ты не будешь есть вредное сверх нормы вообще. Все очень просто. Нужно однажды это осознать и начать практиковать. А вот с вопросом с мышцами все не так прозрачно. И я понял следующее. Сейчас информация, наверное, которая самая главная сейчас. Это мышцы, по большому счету, это просто резервуары для воды. То есть сама по себе мышца ничего из себя не представляет, если внутри этой мышцы нету воды. Вы можете взять любого суперспортсмена, который можете найти в интернете или в виде примеров на улице. Если этот человек имеет определенные результаты в спорте, и если он не будет иметь воду в мышцах, соответственно, весь его потенциал, весь его тонус сойдет на нет. Возникает логичный вопрос. Тогда получается, что вода – это сила. Организм реагирует на физическую активность как инструмент для формирования мышечного скелета, то есть для того, чтобы более эффективно переносить твои кости в пространстве, по-другому не скажешь. Соответственно, помимо этого, есть еще один параметр – это есть ли в твоих мышцах вода или нету. И вкупе вместе они дают результат. Соответственно, разобравшись с вопросом о мышцах, я понял, что да, для того, чтобы, не знаю, валялся на диване, мне мышцы не нужны. Организм, человек сам по себе, и как любой другой биологический вид, и природа в целом, она функционирует, и человек в том числе, как нечто, что работает по принципу наименьшего сопротивления. Никогда в природе ничего не будет происходить просто так, и ни капельки энергии лишней не будет затрачено для того, чтобы сделать то, что не нужно. Соответственно, если я каждый день валяюсь на диване, у меня будет ровно столько мышц, сколько нужно, чтобы валяться на диване, ни больше, ни меньше, что бы я ни ел бы. Соответственно, если я начинаю ходить каждый день, у меня появляется столько мышц, сколько нужно, для того, чтобы мне легко было ходить вот эти вот расстояния, которые я каждый день хожу. Если я каждый день занимаюсь по 4 часа в спортзале, как делаю это я, соответственно, у меня мышц будет ровно столько, сколько нужно, чтобы делать это легко. Если меня отправить в космос, я там буду на орбите летать в невесомости, где мне не потребуется физическое какое-то сопротивление, мышцы не должны будут работать, я оттуда на Землю вернусь очень физически неподготовленным, я буду слабым. То есть нет такого понятия, как накачаться на одном типе питания, а потом хвастаться, как мне говорят, на другом типе питания о том, что я достиг. Это невозможно. Ключевая мысль прямо сейчас, в эту самую секунду, каждый из вас представляет ровно на 100% ровно то, что ест и делает прямо сейчас со своими телами. Если вы сейчас смотрите на себя и вам не нравится что-то, это означает, что вы делаете что-то не так, либо в спорте, либо в питании. Изменив эти параметры, вы можете изменить себя. Это очень простая схема. И вопрос с водой в мышцах. Я прекрасно понимаю, что эту информацию очень сложно принять. И когда я перешел на соки, мой вес начал приближаться к тому, который должен быть по природе. Сейчас у меня он значительно выше. Я думаю, что мой биологический вес примерно, ну, где-то 60, может быть, даже меньше. Но, тем не менее, я сейчас вешу 70, иногда бывает 71. Соответственно, откуда берутся эти лишние 10 килограмм, причем не жира, а именно мышц? Я понял, что единственный способ для того, чтобы сделать так, чтобы ты был здоров, не болел, чтобы у тебя не было слизи и чтобы ты чувствовал себя прекрасно, это создать так называемую разумную, по-другому не скажешь, зашлаковку своих мышц. То есть сделать так, чтобы в твоих мышцах вода все-таки оставалась. Потому что если я просто сейчас съем апельсин, мандарин, то у организма нету ничего, чтобы он использовал для того, чтобы эту воду оставить непосредственно в моей мышце.
Ему это не нужно. То есть он просто возьмет это и все и выведет. Да, какое-то количество он сохранит, используя различные ресурсы организма, но сделать это чуть большем количестве, если я, допустим, ставлю перед собой цель развития в спорте еще больше, он не станет этого делать. То есть, соответственно, я должен съесть что-то, что будет держать в моих мышцах воду. Я, недолго думая, вспомнил, что больше всего зашлаковывает нас. Это знает любой сыроед. Конечно же, это злаки, это орехи, ну, в общем, все то тяжелое, что мы едим. Да, орехи – это очень тяжелая пища, и я от нее отказался. И, соответственно, организм, когда понял, что орехи больше в его рационе не присутствуют, он начал испытывать энергию, прилив, все, пошла энергия. Я чувствовал себя прекрасно. То есть орехи, как таковые, противоестественны для человека, но я понял, что орех сам по себе является очень сильным зашлаковывающим веществом. Но в чистом виде есть орехи в таком количестве, чтобы держать в себе влагу. Я пробовал раньше, я съедал по полкилограмма орехов, и у меня не было таких мышц, такого рельефа и такой силы. Я понимаю, что значит, в таком виде орех не усваивается. Соответственно, я понял, что у нас есть в природе. В природе у нас есть биологические виды, которые едят много крахмалообразующих, то есть зашлаковывающих плодов. Например, обезьяны, гориллы едят огромное количество бананов. Соответственно, у них огромное количество мышц, они очень сильны, и по генетическому коду, и всему вообще, они настолько близки к нам, что просто ближе ничего, наверное, и нету. У них огромное количество в рационе плодов и фруктов, которые содержат в себе зашлаковывающие, то есть то, что держит влагу в мышцах. Но я понял, что я не могу есть такое количество бананов, потому что у меня нет такого просто количества бананов. Животное в природе, допустим, горилла, она круглые сутки имеет физическую активность, и круглые сутки жрет, и круглые сутки ходит в туалет. Соответственно, тем самым очень сильно изнашивает свое тело, стирает его пищей, и поэтому живет меньше, но при этом имеет очень физически хороший тонус. Я решил для себя, что мне это не подходит. Я не хочу жить так мало, как живут они, потому что, ну, мне просто хочется чего-то поделать еще по жизни, интересно. И я понимаю, что я не могу съесть такое количество пищи и так часто ходить в туалет, потому что любой сыроед прекрасно понимает, что если он раньше питался мясом и съедал там какую-то пищу тяжелую, которая из него выходила от 1 до 2, иногда бывает до 3 дней, то когда переходишь на растительную пищу, у тебя цикл приравнивается вот, пищеуведение. Он практически как у детей. Они съели, у них через 2-3 часа все вышло. То есть, по большому счету, тебе реально вот что-то слопало, из тебя это все вышло. Ты можешь в туалет сходить в течение дня раза 3-4. Ну, просто как обезьяны уже, как дети наши, которые едят чистую пищу в большем количестве, нежели чем мы. Соответственно, я понял, что достаточно серьезная проблема, столько много есть, и при этом сохранять этот тонус. Поэтому у меня было два варианта. Первый вариант – это не выпендриваться, остаться тем, кем я должен быть, то есть быть худым, как по природе, по своей физиологии, либо начать больше соответствовать тем представлениям о том, как должен выглядеть человек, исходя из книжек, журналов и тому прочего, но при этом используя хитрость современности, которая нам доступна сейчас. И самое простое, к чему я пришел, это те же самые орехи, которые можно замочить, и замочив эти орехи, в небольшом количестве размешать с водой, хоть в блендере, хоть как угодно, и выпить. Тем самым ты получаешь зашлаковку. То есть, по большому счету, что такое измельченный орех? Что такое мука? Что такое протеин? Что такое вообще вот все эти вещества? Это что-то, что мы взяли и измельчили. То есть, измельчили в какую-то мукообразную консистенцию, и эта мукообразная консистенция оставляет воду в мышцах, тем самым создает этот эффект удержания. Поэтому я понял, что если я возьму, допустим, 5 орешков, замечательно, хорошо, только зачем иметь проблемы с пищеварением и все это дело в себе таскать, усваивать, потом пить огромное количество воды, чтобы это все как-то по организму разошлось, когда можно сразу же замочить орех, то есть сделать его уже легко усваиваемым, потом измельчить его, размешать с большим количеством воды, то есть, допустим, взять 5 орехов и взять литр воды дистиллированной. Почему дистиллированной? Это полибрэк, читайте обязательно. Размешав это все, ты выпиваешь так называемый ореховую воду, по-другому не назовешь ее, ореховая вода, можно назвать это ореховым молоком, но я не хочу называть это больше ореховым молоком, потому что молоко, это секреция, которая сочится из вымени или из грудных желез, неважно. То есть это не молоко, это вода
с орехом, то есть ореховая вода, которая держит, соответственно, ту же самую воду, которую ты выпил, в мышцах. И я понял, что если я употребляю приблизительно 1 литр, иногда больше, иногда меньше такой воды, и занимаюсь спортом, то мой организм, во-первых, не получает веществ, которые в нем не должны быть. А если и получает их, вот эти орехи, которые не должны быть, он получает в таком небольшом количестве, что у меня не возникает соплей, у меня не возникает какого-то упадка сил, у меня не пропадает тонус. То есть я чувствую себя прекрасно, у меня куча энергии. Я перед тренировкой, которая заканчивается в 3-4 часа, я вообще ничего не ем. И если вы будете изучать тему с неедением, с соковым питанием, с голоданием, вы поймете, что пища как таковая, она вообще нафиг не упала. Действительно, я раньше об этом как-то более активно говорил, но я сейчас понимаю, что общество к этому еще не готово, поэтому я не буду ничего вам об этом говорить, а просто скажу, что, ребята, есть книги об этом, прочитайте и сделайте самостоятельные выводы об этом. Пусть это будет вашим собственным шагом в этом направлении. Потому что иначе меня начинают обвинять в том, что я какой-то сектант. Когда я говорю какие-то общедоступные вещи, типа там вегетарианство, веганство, сыроедение, все хорошо. Но стоит мне прочитать книгу, в которой написано, аргументированно написано. То есть я сделал выводы, попробовал, у меня это получилось. И есть люди, которые это практикуют годами. Я начинаю об этом говорить, меня начинают вешать ярлыки о том, что я вокруг себя собираю каких-то сумасшедших людей, и организовываю какие-то секты и тому подобное. Люди на меня обижаются, потому что в любом случае это подобные слова и подобные предъявы, которые кидают в интернете, они возможны только от человека, который, ну, негативно настроен. Значит, как-то перешел дорогу. Как перешел дорогу? Это вообще не имеет значения. То есть это может быть все, что угодно. И реальную информацию о человеке может знать только сам человек, либо тот, кто находится с ним постоянно в контакте. Все остальное это просто мнение. Но знаете, как бывает? Сейчас я расскажу вам мнение об этом человеке. Потом 15 минут рассказывает всякое говно, просто смешивает с дерьмом во всех плоскостях и в конце говорит, ну, все, это мое мнение. Возникает логичный вопрос. Вот представь себе, ты берешь какашку и говоришь окружающим, ну, в детском саду ситуация. Сейчас я эту какашку кину. Да всем плевать, ну, кинешь и кинешь. Потом ты ее кидаешь и в кого-то попадаешь. Этот человек поворачивается и говорит, ты зачем в меня дерьмом кинул? Это же мое личное мнение, как он сказал до этого. Я же предупреждал, что я кину дерьмо. Вопрос, кто просил вообще кидаться дерьмом? Ну, кто просил? Конечно, может показаться, что это попытка конкретного человека обезопасить. Он весь такой за мир, за дружбу. Он хочет, чтобы людей не обманывали. Он хочет, чтобы люди были в гармонии какой-то, чтобы у них ничего не случилось, чтобы, не дай бог, кто-нибудь там в интернете их не обманул. И именно поэтому они высказывают свои имха, личные мнения, в которых они полощут всех и вся, поливают говном. Ребят, по мне так, человек, который плохо говорит о ком-либо в интернете, на самом деле все о себе сказал. Ну просто, давай и больше нечего. Молодцы. В любом случае, на любого слушателя найдется говорящая голова, и мне даже присылают сообщения, в которых «Рома, смотри, в этом ролике он плохо про тебя говорит. Сними ответный ролик, расскажи в этом, что ты по этому поводу думаешь». То есть людям интересно, люди хотят посмотреть на эти конфронтации, на бойни, то есть им все это интересно. Ну, что же, если интересно, ради... Главное, как говорится, чтобы друг друга не убивали, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы были здоровы. Например, там сыроед не понимает сыроеда. Странно, да? Вроде ты переходишь на более чистое питание, должен как-то, ну, более спокойно, более дружелюбно смотреть на мир вокруг, но при этом вы умудряетесь как-то ругаться, хотя видимых причин для этого не было. Но, по большому счету, это, в принципе, говорит только об человеке самом. То есть, какой человек был, такой, наверное, остался. Может быть, какие-то изменения в нем и происходят, исходя из того, что он меняет свой тип питания. Но очень часто лучшим решением для подобных конфронтаций это просто, ну, позволить этому происходить. В действительности, если вы зайдете в интернет, вы можете увидеть огромное количество информации, которую нам рассказывают про самых-самых-самых известных личностей. Вот прям самых известных. И там их вот их полощут просто сверху снизу, как только не полощут. Переживать по этому поводу, ну, не знаю. Я думаю, что в любом случае человек с головой, человек, который принимает сам решение, не живет по принципу регалий, типа там, ты кто такой, а? Тебе отвечает, кто ты такой, и после этого ты такой, ну, хорошо, я тебя послушаю, давай говори. И вот люди, которые живут по принципу регалий, им это очень нравится, им очень здорово, чтобы человек имел какие-то бирки врачей, чтобы у него были халаты, чтобы у него было 1 000 000 подписчиков, тогда он их слушает. А вот так, чтобы самостоятельно открыть, прочитать, сделать выводы,
Причем не потратив на это ничего, кроме своего собственного времени, изменить себя, стать лучше физически, ментально, духовно, сделать какие-то шаги в этом направлении, то есть прочувствовать вообще чистоту своего тела и понять, прийти к себе, то есть почувствовать то, кем ты должен быть на самом деле по жизни. Вот эта работа, она доступна каждому. Просто делайте ее, у вас все получится. Да, ребят, кризы, чистки, детоксикация – это естественный процесс выведения заразы из организма. Если вы переходите на более чистое питание, естественно, организм избавляется от того, что в нем не должно быть. И скорость, с которой вы переходите на более чистое питание, прямо пропорциональна скорости, с которой вы выводите из себя заразу. Поэтому неизбежно, если ты ел то, что не должен был есть, а потом начал есть то, что должен есть, или тем более отказался от пищи на какой-то период времени для того, чтобы прочистить себя, разумеется, ты будешь чувствовать себя плохо. Разумеется, должно пройти время для выведения. Поэтому я не являюсь специалистом в данной области, я могу лишь сделать свой вывод, исходя из того, что я прочитал. Моя рекомендация очень простая. Если вы молоды, вам, не знаю, 15-20 лет, переход на живую растительную пищу с вами ничего не сделает, с вами будет все очень даже хорошо. Отказ от мяса, молочки, разумеется, просто, ну вот он на ура пройдет. Переход на сыроедение тоже все легко. Не знаю, будете сонливы на протяжении недели, и в общем и целом картина по окружающим меня людям такая, что ну ничего с вами не происходит. Если вам 30 лет, то скорее всего отказ от мяса, молочки также будет для вас абсолютно безболезненным, просто будет требовать патогенка, это будет больше работа с умом, то есть с вашей физиологической, психологической привязанностью к пище, к приготовлению. Что касается сыроедения, здесь тоже, в общем-то, довольно-таки постепенно можно перейти, вы можете сделать себе такую пометочку на протяжении 3 месяцев употреблять пищу 50 на 50 сырое, растительное, тем самым как-то постепенно меняя пропорции и вычистить полностью из своего рациона все термически обработанное, потому что вы параллельно еще будете изучать информацию и поймете, почему это важно, в чем суть. Соответственно, если вам ближе к 40, здесь отказ от мяса также возможен. Ребят, серьезно, мясо, молочка и все, что с этим связано, это очень опасные вещества, которые не должны быть просто, ну, ни в коем случае в нашем организме. Если для вас это кажется странным сейчас, ну, просто изучайте. Там все написано, там все разобрано, по полочкам разложена вся информация. Что касается сыроедения, здесь уже, я думаю, что переход на более чистое питание, то есть адекватное питание в возрасте 40 лет должен быть более постепенным, потому что человек... Отличие там, не знаю, 20-летнего от 50-летнего, например, в том, что первый еще не успел накопить в себе заразу в таком количестве, а второй уже успел. И поэтому накопленная там к 50 годам зараза, она будет выходить, и, соответственно, это может повлечь за собой очень серьезные последствия. Я слышал истории, я не знаю, насколько они накручены, насколько они являются правдой, но вот мне просто присылали о том, что была некая женщина, у которой появились камни. Эти камни, естественно, понятно, почему появились, это огромное количество пищи животного происхождения, это холестерин повышенный, животное, неполезное, вредное, как называемый. И, соответственно, когда она накопила в себе огромное количество вот этой непотребной дряни, у нее появились камни, и когда она перешла на более чистое живое питание, у нее эти камни, естественно, начали потихонечку двигаться и выходить из организма. И так получилось, что врачи, которые, ну, должны спасать, они в данном конкретном случае не смогли помочь человеку, и эти камни что-то там порвали. Ну, на самом деле, безобидная операция должна была быть, это все легко можно было бы сделать, но так уж получилось, что врачи не смогли помочь человеку, и эту историю распиарили просто до такого космического масштаба, что теперь просто ее приводят чуть ли не в пример каждому, что, ну, в действительности, вот, ты перейдешь на живое питание, и у тебя там просто организм весь нахер изнутри разорвет. Но... Опять-таки, кто что хочет, тот во что, в то и верит. Главное, чтобы вам от этого было нормально и хорошо. Я думаю, что для того, чтобы не произошло даже тех же самых движений в камнях, камней в почках, в мочевом потоке, надо сделать так, чтобы вы просто, ну, как педалью газа контролировали управляемый, так называемый управляемый занос. То есть сделали так, чтобы в вашем рационе полезная пища появлялась постепенно, и вот эта плавная замена вредного полезным, она тем же самым будет времени регулятором скорости выведения из вас заразы. То есть вы сами тем количеством пищи, которую вы едите, полезной и неполезной, будете регулировать скорость выведения заразы. Все, вопрос решается. Теперь очень важный вопрос, который постоянно задают, он касательно микроэлементов, добавок и всего остального. Я могу находить в интернете огромное количество статей, которые будут подтверждать, что в растительном мире есть все, что мы получали из животного мира.
Я могу находить огромное количество статей, в которых будет рассказано, что на самом деле есть все, кроме одного или двух или трех микроэлементов. Могу найти просто ну, тысячи подтверждений, и этот сыр-бор будет постоянный. Вот прям просто вы будете постоянно это находить, потому что есть те, кому выгодно, чтобы кто-то это жрал. Мы очень часто удивляемся, почему человек негативно настроен против себя, а выясняется, что у него, оказывается, семья вообще в третьем поколении занимается производством колбас. Естественно, когда ты говоришь ему о том, что ну, мясо, в общем-то, вредно, а у него вообще вся жизнь построена на этом, что он машину свою заправляет на деньги, которые получил от продажи алкоголя или там мяса. Естественно, он тебя ненавидит. И это является каким-то внутренним позывом. И он может даже этого не осознавать. Поэтому здесь нет какой-то такой... системы, которая все вот это все сама делает и шпуняет. Нет, есть огромное количество людей, которые находятся на местах, и эти люди просто действуют сами по себе. То есть это как бы к данной системе. Все происходит само по себе. И, соответственно, когда мы сталкиваемся с огромным количеством противоречивой информации касательно питательных веществ, я вышел на понимание, и у меня сначала была бойня, сначала я переживал по поводу того, что чего-то может не хватать. Но потом, когда я узнал, что... Опять-таки, из литературы, из книг, я не сам это придумал, я это прочитал, причем источников было достаточно много, чтобы мое мнение изменилось. На чистую голову, простите, информация очень хорошо попадает и отфильтровывается, и я могу критически оценивать, да, нет, правда, неправда. Так вот, информация о том, что мой организм, не только мой, а вообще биологический вид человек, способен функционировать исключительно благодаря жидкости, то есть влаге, и все остальное является просто дополнительной побочкой, он мне ответил на большое количество вопросов. В действительности, так и есть ведь. Все, что нужно для того, чтобы клетка делилась, это определенные условия и, соответственно, жидкость. Если эти два условия соблюдаются, организм функционирует. Если я прямо сейчас не могу получить чистую воду, но в природе такое бывает, но нет доступа к воде, я могу, пока иду к воде, чтобы получить воду, могу по дороге сорвать себе мандарин, апельсин, съесть его, получить воду, и мой организм настроен на выведение вот этих критических ситуаций, выведение того, что мне не нужно, соответственно, пойти дальше, получил воду, потому что те, кто пробовали соки, прекрасно меня, соковое питание и клизмы, они прекрасно понимают, что когда ты начинаешь питаться чистой пищей, ты начинаешь из себя все выводить, ты понимаешь, что тот самый редкий апельсин, редкий фрукт или плод, который ты бы не съедал, он всегда выходит в том же самом виде. Ребят, для меня это было просто, ну, я смеялся, мне было смешно это осознавать, что я на соках, съедаю какой-то редкий плод, вот очень хорошо наглядно видно, виноград или апельсины. Я съел его, и он через 2 или через 3 или через какое-то время, неважно, он выходит в том же самом виде, и можно наблюдать его в чистом виде. То есть его помыть, простите, он такой же, как и был. Что там усваивается? Какие вещества? Мы берем только воду, и все. Когда я это все осознал и понял, у меня все так сильно упростилось, и я перестал испытывать какую-то либо агонию по питательным веществам, потому что я никогда не переживал по поводу Б-витаминов группы, там, 16, 17 или еще чего-то. Был короткий промежуток времени, когда я принимал абрикосовые ядрышки, потому что думал, что в них содержится витамин В17, но потом, когда узнал, что они являются ядовитыми, я перестал их есть, и все стало нормальным. Я для себя понял, что для меня важнее функционал, подвижность, это какие-то тренировки в рамках кроссфита, бодипампа, очень хорошие тренировки в рамках голтиса, то есть статико-динамическая нагрузка. Мне очень нравятся бойцовские тренировки, когда ты в режиме табата там работаешь интенсивно, там 20-10. То есть вот в этом я вижу смысл, это функционально, это применительно, когда ты вот в моменте хоп, сорвался и побежал, когда ты получил энергию, тонус, когда ты подвижный, когда ты... Ну, ты существуешь как биологический вид, а не как какая-то груда мышц, которая пришла куда-то, выжила там огромный вес, 150% там от своего веса, и после этого как-то функционирует, там, доживает свой век. Ну, зачем все это нужно? Кому надо что доказывать? Это вопрос работы своего эго. То есть, если вам нужно кормить свое эго посредством подобных вещей, ну, может быть, есть более разумные способы кормежки своего эго, чтобы вам было меньше вреда для здоровья. Можете зарегистрироваться в Ютубе и вести свой канал. Очень неплохо эго качает. Ты такой весь говоришь, на тебя смотрит много людей, но вроде как эго качается. Но наперед скажу, что через какое-то время для вас это перестает быть чем-то сверхъестественным, и вы уже не качаете свой эго. То есть вы перестаете питаться вот этой энергией. Для вас она ничего не значит, для вас это просто как вот, ну, вы говорите и все.
Масса способов существует для того, чтобы качать свое эго, но в действительности человек, который идет по пути более чистого питания, более позитивного взгляда на мир, он приходит к пониманию, что, в общем-то, чем меньше ты его качаешь, тем легче тебе жить, тебе не нужно его кормить. Это как тело, которое большое, крупное, его надо кормить, его нужно питать, и поэтому ты каждый день должен съедать огромное количество продуктов, и потом еще и в туалет ходить, и вот накачал вот эту огромную массу, и нужно ее кормить. А если ты чист, тебе не нужно кормить твое эго, например, то ты становишься свободным. Ты можешь в одномоментно просто все закрыть, все выключить, уйти, и ты чувствуешь себя гармонично, хорошо. То есть ты не испытываешь необходимости в том, чтобы каждый день что-то выкладывать, делать это. Поэтому я очень долгое время себя успокаивал мыслями о том, что я это делаю, потому что это надо кому-то. Сам бы я, конечно же, этого не делал, но это уловка. Скорее всего, в данном случае эго все еще есть, и я его потихонечку кормлю, стараясь все меньше и меньше. И если раньше, допустим, я мог вкладывать вообще все подряд, лишь бы хоть как-то обратить внимание на себя, то сейчас я, скорее всего, буду больше делать акцент на том, что, может быть, действительно кому-то что-то даст. То есть, если контент, который создается, хоть что-то кому-то дает, то в этом есть смысл. Если контент вообще ничего никому не дает, то смысл в нем вообще никакой. И уже кормить в таком количестве эго уже не нужно. Я думаю, что каждый из вас, кто будет заниматься подобной деятельностью, то есть будет очищаться, доносить информацию до других людей, он с этим столкнется. Поначалу кайфово, прикольно, драйвово, ты весь такой рассказываешь, все классно. Но потом постепенно понимаешь, что, в общем-то, эго такое маленькое, что ему достаточно один раз в месяц съездить, провести семинар там, на 500 человек, и после этого ты целый месяц в гармонии с самим собой, тебе не нужно никому ничего доказывать, объяснять, показывать. Поэтому вопрос с биологическими добавками у вас будет решен посредством книг, литературы. Вопрос с детоксикацией будет решен посредством тех же самых книг, литературы. Вопрос с тренировками. Сразу скажу, что в вопросе с тренингом между мужчинами и женщинами есть кардинальное отличие. Сердце, как часть легкого, оно даже там находится внутри, оно может быть очень сильно изнасянькано, по-другому не скажешь, если неправильно подходить к тренингу. Поэтому первая важная рекомендация, она касается и мужчин, и женщин, сделайте пометочку обязательно. Ваша задача, придя на тренировку, посредством разминки довести свой пульс до 110 ударов в минуту, и когда вы в этот пульс войдете, ваша задача на протяжении всей тренировки этот пульс не опускать ниже. Почему важно его не опускать? Потому что во время выполнения каких-либо упражнений, физической активности, ваш пульс может подниматься выше, например, там 150-160 ударов в минуту. Но в любом случае, когда вы находитесь в состоянии отдыха между подходами, он опускается вниз, и не нужно делать слишком больших пауз, потому что если вы сделаете паузу больше, пульс опустится ниже 110 ударов в минуту, и тогда совокупная разница между пиковой нагрузкой и той, которая у вас во время отдыха, будет слишком большая. И именно из-за того, что слишком большая разница в пульсе, допустим, там 90 и 170, слишком большая разница, если вычесть, она очень сильно нагружает наше сердце. Поэтому чем меньше разница, тем лучше наш организм работает, и тем лучше работает сердце и меньше изнашивается. Если у вас идет тренировка в кардиорежиме, то есть вы увеличиваете рабочую часть мышцы своей сердечной, тогда очень хорошо работать с пульсом на протяжении часа где-то 140 ударов в минуту. То есть вы встаете на беговую дорожку, на эллипсоид, на какой-либо тренажер или просто на пробежку выходите. Ваша задача сделать так, чтобы вы подняли свой пульс до ударов 140 и продержали этот пульс на этом уровне примерно на протяжении часа. Часа 10, такая вот активная тренировка. И тогда ваше сердце будет развиваться, его рабочий объем будет увеличиваться, и количество крови, которое вы будете перекачивать через него за одно сокращение, в силу того, что оно стало крупнее, будет больше, и, соответственно, для того, чтобы прокачивать то же самое количество крови, вашему сердцу нужно будет меньше сокращений, а чем меньше сокращений сердце делает, тем меньше оно изнашивает, соответственно, дольше прослужит. Поэтому, если вы развиваете полезную рабочую часть своего сердца, мышцы, посредством вот этой вот интенсивной нагрузки на протяжении 140 ударов в минуту на протяжении часа, вы увеличиваете рабочую часть сердца, и тем самым в состоянии покоя, отдыха, то есть без тренировки, ваше сердце работает более спокойно, потому что его объем, прокачиваемый за единицу времени, будет гораздо большим, и, соответственно, меньшее количество сокращений, больше то же самое количество крови. Регулярные тренировки в кардиорежиме очень полезны для сердца, и тем самым вы увеличиваете его ресурс. Но я не думаю, что если вы не будете этого делать, с вами что страшное случится, в силу того, что реальный вред сердцу наносит непосредственно питание.
То есть то, что мы делаем каждый день, когда вот пичкаем себе в рот всякую заразу, тогда да, тогда нагрузка на наши сосуды, на вот холестерин и прочие вещества, то есть вообще в принципе ломкость сосудов, хрупкость их появляется. То есть все то, что мы, весь тот букет полезного в кавычках, что мы получаем, когда питаемся неправильной пищей, и он непосредственно бьет по сердцу. У нас ведь ключевая причина смерти – это сердечно-сосудистые заболевания. В группе я мельком пробегался, админы скидывали вопросы. Был очень интересный вопрос по поводу слабоумия, по поводу различных психических расстройств и прочего. И есть литература, допустим, «Осознанное голодание», так называемый «Квантовый скачок». Кто в теме, интересно, можете эту книжку прочитать. В ней очень хорошо разобран момент непосредственно с душевнобольными и теми, кто переходит на более чистое питание. Он наблюдал, как они исцелялись, когда переходили на более чистое питание. Это первая сторона вопроса. И вторая сторона вопроса, здесь ничего удивительного нету, у Поля Брега есть книжка «Шокирующая правда о воде и соли». И он там детально, чуть ли не треть книги об этом рассказывает, что в действительности происходит цементирование, так называемое, цементирование сосудов, микрокапилляров посредством неорганических веществ, которые содержатся в жидкости, которую мы принимаем. И, соответственно, если ты из своего рациона убираешь воду, содержащую вот эту неорганику, то есть пьешь только дистиллированную, например, соответственно, твои сосуды, микрососуды, капилляры в мозгу и прочих местах, они начинают, перестают цементироваться, так называемые, у них пропадает ломкость, и они как бы начинают нормально пропускать питательные вещества, и тем самым все проблемы с головой, слабоумие, какие-то психические отклонения, они все связаны с тем, что наш мозг просто не получает питание. И, соответственно, все это появляется с возрастом, когда ты все больше и больше в себе это накапливаешь. Поэтому, если ты убираешь всю эту заразу, организм вычищает ее потихонечку, и в любом возрасте, сколько бы вам ни было бы, там, 80, 90, 100 и больше лет, вам никакое слабоумие не грозит, если вы на протяжении всей своей жизни не занимались убийством себя и убийством своих дорог по доставке крови и питательных веществ в организм. То есть, если я постоянно хожу и делаю одно и то же, организм привыкает к этому и перестает прогрессировать, и перестает как-то, ну, иметь такой эффект стресса, пропадает. Если же я с определенным интервалом добавляю какие-либо тренировочные циклы, которые являются для моего организма стрессовыми, новыми, тогда идет развитие. Например, я ходил в спортзал, качал определенную группу мышц в определенной интенсивности, и когда я понял, что прогресс остановился, я просто добавляю то, что не было вообще до этого. Добавляю, допустим, там бодипамп какой-нибудь, там высокоинтенсивная там нагрузка, я там со штангой приседаю огромное количество раз во время тренировки, какие-то сплиты, то есть рваная нагрузка, резкие пробежки, то есть ноги начинают по-другому работать, и ты понимаешь, что твои там жалкие выжимания, приседания, сгибания, они, конечно, давали результат, давали определенный объем, ты был сильнее, но у них не было такого тонуса, как есть, допустим, у мышц, которые находятся в другой части тела, которые ты используешь более часто. Например, там больше подтягиваешься, больше что-то выжимаешь, когда у тебя верхний плечевой пояс развит более функционально, нежели чем нижний, потому что низ у нас что? Мы просто ходим, ну иногда что-то приседаем, выжимаем, а вот когда ты начинаешь работать со своим низом, так же, как работаешь сверху, тогда получается вот этот какой-то комплексный тонус. Вот. Что касается еще отличия мужского и женского тренинга, женский тренинг, вообще женщины очень хорошо, у них организм отвлекается на развитие нижней части тела. Это такая физиологическая особенность. Поэтому, если вы тренируетесь и хотите вот гармоничных пропорций, то лучше все-таки делать акцент больше на верхнюю часть, для того, чтобы как-то пропорции выровнять. Но вообще, вам профессиональный инструктор расскажет, какие части тела у вас нужно подкачать, какие нужно, наоборот, оставить в покое. Тогда вы добьетесь гармоничной фигуры. То есть, вопрос здесь не в том, где больше, где меньше мышц и тому подобного, потому что женщине перекачаться в спортзале практически нереально. То есть, это просто невозможно. Убираешь лишнее, то есть, убираешь, допустим, жир, у тебя остается вот чистое твое тело, которое, в общем-то, начинает потихонечку красиво развиваться. То есть, если ты девушка, то у тебя жир уходит быстрее, чем у мужчины, но если ты неправильно питаешься, он появляется быстрее. У мужчины как-то все более постепенно, если уж он набрал жира, то вот избавиться от него будет сложно. Но если он от него избавился, набирать опять он его будет, соответственно, дольше. Теперь по поводу восстановления. Очень часто слышу историю о том, что нужно восстанавливаться, обязательно отдыхать. Ребят, я заметил, что когда я занимаюсь спортом,
мне отдыхать нужно не вечером, когда-то там, а я понимаю, что мне реально нужно отдыхать сразу же. То есть, если я получу какую-то физическую нагрузку, то мне очень сильно хочется именно сейчас после этой физической нагрузки восстановиться. И у меня пропали вот эти рамки, обязательно спать ночью или еще когда-то. Я начал отдыхать после тренинга. То есть, для меня самое эффективное – это полчаса, час в спокойном состоянии восстановиться, саккумулировать энергию, отдохнуть перед тренировкой и после тренировки точно так же отдохнуть. И получается, что если, допустим, я занимаюсь там 3-4 часа, то мне вот эти 3-4 часа нужно до и после как-то вставить для того, чтобы максимально восстановиться. Что касается сна ночью, он привязан исключительно не к часам, а привязан к биоритму, который находится у нас сейчас в нашей стране и нашему времени года. В среднем рамки по году это 9 часов вечера и 2-3 часа ночи. Соответственно, в этом диапазоне рекомендуется отдыхать. Именно в этом диапазоне временном наш организм максимально восстанавливается. И по большому счету спать до этого и спать после этого тоже как бы смысла нет. То проще уже проснуться, что-то начать делать. И просто это непривычно в силу того, что мы находимся в социуме, в котором мы выполняем определенную рутинную работу. Находимся в социуме, который нас заставляет просыпаться в другое время. Но если мы освобождаемся от этого, то выходит, что в действительности очень часто я замечаю и люди, которые придерживаются свободного образа жизни, они могут проснуться в 4 часа, заняться каким-то творчеством, что-то начать делать, и для них совершенно не проблема после этого, ну, как бы потом провести целый день нормально на ногах, потому что они, по сути, встали там в 3 часа ночи и не спали. А количество сна, оно прям пропорционально количеству вот той пищи, которую мы едим. И в такой шажочек в будущее вы поймете, скорее всего, позже, когда будете это практиковать, что действительно мы спим так много. Спим лишь потому, что наш организм просто отключает все наши рецепторы и переключается в глубокую очистку от выведения того, что мы съели. Если ты не ешь ничего вредного и твое питание легкое, чистое, твоему организму не нужно выключаться на время очистки. Он практически все время чист. Ты чистый, лег спать. Естественно, организм максимально быстро восстановился, для чего валяться просто так. Ты встал, начал что-то делать. То есть организм чистый, ему не нужно тебя обесточивать, чтобы вывести заразу из тебя. Чистое питание, в частности, если вы вообще пьете на соки и на редкую зашлаков, как я сейчас, иногда будете есть для вкуса что-либо реально вкусное, которое будете сами готовить, причем не в очень большом количестве, вы поймете, что у вас пропали болезни, вы перестали болеть, у вас появилось огромное количество энергии, вы чувствуете, что вот все, что вы делаете по жизни, оно вам как-то, ну, в кайф, вы получаете удовольствие от этого. И самое главное, вы начинаете меньше спать, у вас появляется огромное количество времени. То есть, ну, я не знаю, какие могут быть еще бонусы по жизни от этого. По-моему, самое классное, что может быть с вашим организмом, это вот именно сейчас и происходит, когда вы более чистые, когда вы прошли все эти кризы очистки. А вопрос, к сожалению, мне присылают просто вопросы, не написано от кого, поэтому не обижайтесь, что я не озвучиваю имена. А как перевести близких на свой тип питания? Ну, скорее всего, подразумевается, наверное, тот факт, что человек уже что-то узнал, стал питаться более чистой пищей, скорее всего, и его близкие не понимают. Слово «не понимают» – ключевое. Они не понимают, потому что они этого еще пока не знают. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши близкие вас понимали, нужно просто добавить больше информации об этом. И самое главное здесь не спешить, потому что вам по большому счету спешить некуда. Если они вас не понимают, просто нужно сделать так, чтобы они эту информацию потихонечку начали получать. Подкладывайте им полезные книжки, какие-то короткие ролики, иногда упоминайте какие-то фразы. Самое главное, сделайте себя достойным примером, потому что если вы будете достойным примером того, о чем вы говорите, вас будут слушать и близкие, и окружающие. Да, есть некоторая сложность с тем, что люди не хотят слушать в силу того, что ну как же так, ты же их родственник, а скорее всего ты там находишься в позиции сына или дочери, и тебя всю жизнь учили, как нужно питаться, как нужно быть, а потом ты такой бац, и начинаешь говорить им то, что они не хотят слышать. Естественно, будут некие конфронтации, но это вопрос, скажем так, если внутри семьи все гармонично и хорошо, я думаю, что вопрос с осознанием тех или иных истин, с питанием, он постепенно придет, но если как бы эмоциональный климат в семье плохой, то, скорее всего, здесь лучше не спешить. Пусть более чистое питание в последующем, оно станет той базой, которая поможет людям нормализовать взаимоотношения в семье. Так, железодефицит у многих веганов-сыроедов. Ну, сразу скажу, накрученная тема. В силу того, что организм, когда он находится в состоянии вычищения заразы, он приходит в некую дестабилизацию. То есть у него некоторые параметры начинают плясать. И люди боятся этих изменений в организме и бегут к врачам. А врачи у нас не сыроеды. Они больные, у них проблемы со здоровьем. И они берут параметры твоего тела,
сверяют их с параметрами норм других больных людей и рассказывают тебе о том, что у тебя что-то не так. Я уверен, что такие параметры, как температура тела, количество холестерина и прочих параметров, это все условности для нашего больного социума. И если сейчас я пойду к врачу, мне скажут, что у меня какой-то параметр находится в каком-то не том месте. Хотя, наверное, будет все нормально. Но если они мне скажут, что у меня что-то не в том месте находится, какой-то параметр меньше или больше, и начнут мне рассказывать сказки о том, что я должен жрать пилюли, я просто, я смотрю на себя, я смотрю на свое состояние здоровья. Ё-моё, мне 32 года, я прекрасно знаю, что такое больное тело, я знаю, что такое здоровое тело, я знаю, как я себя чувствую. И уж мне-то себе зачем врать? Поэтому все вот эти сказки, это все вопрос нежелания разбираться. Я уверен, что 99%, а может быть и все 100%, это вопрос впаривания. Есть очень классная лекция, погружение, прогулка в систему. Ее рассказывает очень известная женщина, я не буду называть ее имени, и, скорее всего, я сделаю некоторую ускоренную адаптацию с добавлением своей информации, с добавлением информации из других источников, в ближайшее время я это сниму, и там будет очень четко расписан путь полностью, как мы попадаем в этот социум, и как постепенно этот социум нас причесывает, по-другому не скажешь. И после этого мы становимся просто такими болванчиками, которые ничего не хотят сами решить. Если какие-то вопросы с нехваткой чего-либо-то возникают, если вам так будет спокойнее, можете купить эти пилюли и принять их как для своего успокоения. Но я уверен, что, скорее всего, это нужно больше для вашего ума. И когда вы будете эту тему изучать, вы поймете, что все это ненужное, все это шлак, и все, что нужно, это наоборот, вот отсутствие чего бы то ни было. Естественно, какие-либо проблемы, это вопрос того, что вы находитесь на переходном этапе, а проблемы эти временные, они пропадут. И если возникает совсем критическая ситуация, когда совсем прям колбасит, конечно же, нужно просто ослабить скорость введения заразы. Тогда все параметры, под которые мы подстраиваемся, они как-то стабилизируются. Вода. Я пью только дистиллированную воду уже очень давно. И тот, кто наблюдает за мной в интернете, прекрасно знает, что со мной ничего не происходит, у меня все хорошо, хвост не отвалился. Вопрос решается, как и всегда, элементарно. Об этом есть, по сути, несколько книжек, но самое интересное из них, мне кажется, Поля Брега «Шокирующая правда о воде и соли». Я к этой записи вебинара прикреплю эту книжку. Если вы ее прочитаете, вы, возможно, поступите так же, как поступил и я. Я ехал в поезде, бутылку просто выкинул, и с тех пор я больше не пью обычную воду. Было пару случаев, когда я в кафе выпивал чай, но я когда выпиваю, я вот понимаю, что прям зараза, и выплевывал. То есть по большому счету только фрукты и овощи, соки, в которых находится дистиллированная вода самой природы, по-другому быть не может. Либо дистиллирую ее сам посредством специального прибора, который называется дистиллятор. Модель у меня BL9803. Сейчас есть более новые модели. Я не занимаюсь рекламой, просто это тот дистиллятор, который я нашел, который стоит недорого. Если вы найдете более дорогой, более современный, пожалуйста, по большому счету функция очень простая. Есть котел, в который наливают воду, эта вода нагревается, сверху охлаждающие турбины, которые охлаждают, и вода паром поднимается и капельками капает. По сути, вот как дождь, по сути, дождевая вода. Только дождевую воду пить нельзя в силу того, что у нас, сами знаете, какая атмосфера. То есть здесь все чистенько вычищается, ты получаешь воду, у которой нету тяжелых примесей. И люди, которые дистиллируют воду, они прекрасно знают, как выглядят вот эти вот чаны, в которых их вода обычная. Там просто вот этот известь, ты ее вычистить не можешь порой. Нужно использовать какой-то лимонный сок для того, чтобы все это очистить. Представляете, это все попадает внутрь организма. Можете как угодно, кого угодно убеждать в том, что это полезно, что это нужно организму. Ребят, вы если посмотрите на это говно, которое остается в этом чане, вы поймете, что вашему организму это не нужно вообще. И по вкусу, и по ощущениям, по энергии, по тонусу. Ну и опять-таки вопрос с слабоумием я обсуждал выше. Я думаю, он непрозрачный, в смысле прозрачный, все понятно с этим. В этой книжке об этом подробно все рассказано. Прыщи на лице при переходе на более здоровую пищу раньше не было. Ну, разумеется, ребят, кожа – это самый быстрый способ для выведения заразы. И если из вас зараза выходит через кожу, радуйтесь, потому что, это быстро выстрелило и все. Естественно, если вы находитесь в режиме консервации заразы, едите вредную пищу, то при переходе на более чистую пищу эта зараза должна куда-то деться. И организм использует все возможные способы. Это сопли, это какое-то обострение, гной. У кого-то даже гной между зубами начинает выходить. То есть до такой степени организм может быть зашлакован, что, выходя гной между зубами, начинает вызывать некоторую подвижность зубов. Всякое бывает. У кого-то гной даже через глаза идет, через уши, через что угодно. Неизбежно. Все, что вы съели, должно из вас выйти.
То же самое, допустим, кокосовое масло в очень небольшом количестве. Этого будет достаточно. Просто большинство людей, которые его употребляют, они его употребляют с добавлением какие-то салаты и прочее. Именно поэтому у нас очень много сыроедов, которые вроде бы худые, потому что из них все это быстро выстреливает. Но тем не менее, они каким-то образом умудряются пропускать через себя лишние питательные вещества, в те же самые жиры, например, эти оливковые и прочее. И ну, они становятся худыми и жирными. Поэтому внешне выглядит некрасиво, я считаю. Красиво это, когда у тебя соотношение жира и мышцы правильное, ты функционален, и нет такого, что вот у тебя тут что-то висит, а? Что там ты делаешь? Главное, что ты имеешь лишние жиры, а значит, что ты съедаешь лишнее. В данном случае, допустим, это могут быть жиры, это могут быть и белки, это могут быть и углеводы и тому подобное. Поэтому в любом случае есть определенные нормы, и в случае с жирами они самые маленькие. То есть он будет точно так же их откладывать, особенно в жировую прослойку. Поэтому я много раз встречал сыроедок, которые вот такие пышки. И вообще они говорят, мы не понимаем, как это они умудряются быть на сыроедении и быть худыми. Просто, ну кушайте мед и орешки и будете вот такими хомяками. Но опять-таки, кому что нужно. Если кому-то нужно для того, чтобы функционировать в этом социуме, быть крупнее, то это можно очень легко сделать быстро посредством жира, но это никакого отношения к тонусу энергии и здоровья уже не имеет. Загиб поджелудочного пузыря при переходе на определенный тип питания. У человека есть какая-то проблема с физиологией, что-то там не так улеглось. И он спрашивает, а можно ли мне продолжать функционировать, если я перейду на более чистое питание? Для меня вопрос кажется странным. Но в действительности, если ты питаешься чистой пищей, с чего бы должно стать хуже? Только если, допустим, ты будешь как-то вычищать заразу слишком быстро. Но по большому счету, если у нас есть определенная данность, которая для большинства не является очевидной в силу незнания, отсутствия информации, которую не получили из книг, что питание должно быть в любом случае необработанной пищей и в любом случае без трупов, то как бы как это может негативно повлиять на наш организм? Естественно, только в плюс, только в пользу. Чем ты питаешься, кроме фруктов? Питание от слова «пить». Я питаю свой организм жидкостями, дистиллированной водой, соком из фруктов. И либо, если мне хочется что-то попереживать, то я ем сам фрукт. А если нету вкусных сезонных, тогда я ем не сезонные, но те, которые содержат большее количество влаги. Например, сейчас мне кайфово от винограда, хотя я понимаю, что он обработанный, поэтому я его обливаю кипятком. А если это не помогает, ничего страшного, мой организм заразу такую до этого вычищал, то уж какая-то там фигня будет вычищена без проблем. До этого было предпочтение на хурме, сейчас она уже не такая. Соответственно, мандарины был сезон, еще что-то. По большому счету, все эти рассказы о том, что у нас так все плохо с загрязнением фруктов и овощей, оно больше является страшилкой для того, чтобы оставить все как есть. Такое ощущение, как будто у нас мясо идеальное, как будто у нас молоко идеальное. Если животное убивают, то его мясо становится зеленым, трупная плоть начинает сразу же вонять и тухнуть. И для того, чтобы всего этого не происходило, моментально добавляют огромное количество химии и синтетики. Вы можете посмотреть в интернете, как это все делается. Там даже мяса уже нет. Это просто биомасса, которая вызывает раковые заболевания и прочее дерьмо. Вопрос с чистотой того или иного продукта, это вопрос социума в принципе. Да, нас хотят стравливать, да, нас хотят держать в узде, чтобы мы там то-то делали и были управляемыми. Это отдельная тема. Но в общем и целом, как бы, ну а что бунтовать? Ну, если уж прям совсем противоестественно для тебя мясо, там, молочка, то ну, травят тебя через фрукты. Но в любом случае травиться будешь в совокупности меньше, нежели чем если ты ел вообще бы неадекват какой-то. Есть ли у зубов возможность регенерации? Ребят, я много раз об этом слышал. Как бы единственный зуб, с которым у меня проблемы, это тот, который мне недавно вырвали. А тела нет там. Да. Соответственно, пока еще ничего не выросло. Если вырастет, я не думаю, что мне есть смысл об этом рассказывать, потому что, скорее всего, будут вот так крутить, скажут, еще больной зуб растут. Меня и так называют чудиком, а тут я еще буду рассказывать о том, что зубы растут. Но для своего маленького окружения и людей, которые меня знают лично, естественно, эта информация будет дана, и я расскажу о том, что да, ребят, вырос зуб, представляете. А остальные зубы в порядке соблюдая, держать в чистоте очень просто. То, что нам рассказывают о том, что нужно постоянно чистить их или еще что-то, это все тоже навязано. Мне провели большую подробную лекцию о том, что из себя представляют зубы, как они устроены. И многие люди видят, допустим, такую легкую линию,
То есть желтый цвет, а потом светлее. Они думают, что это связано с тем, что мы как-то лучше вычищаем в центре, а по бокам не задеваем. На самом деле цвет зубной эмали обусловлен исключительно тем питанием, которое было у ребенка на этапе формирования и роста. И разрушение зубов, оно происходит непосредственно из-за среды, которая формируется после употребления продукта. И поэтому, если вы хотите, чтобы ваши зубы были в порядке, не разрушались, нужно просто после еды полоскать свой рот, и все будет хорошо. То есть даже не обязательно их чистить чем-то. Просто прополоскали, убрали эту среду. Зубки клали в специальные сосуды и в них наливали там кока-колу, еще что-то, разные вещества. То есть выбирали самые такие, которые красящие. И они проводили эксперименты, что изменения происходят, такие незначительные, и они происходят через сутки, через двое. Вы представляете? То есть, по большому счету, чтобы что-то у вас там с эмалью стало, нужно огромное количество времени. Поэтому можно не париться совершенно спокойно, что-то слопал. Природа наверняка все задумала заранее за нас. Ты берешь плод, этот же плод тебя питает, и он же сам очищает твои зубки, когда ты его кушаешь. Если уж вы переживаете по поводу там, количества сахара какого-то лишнего, синтетического, просто не ешьте его, а если едите, то после пищи, ну, прополоскайте свой рот, у вас все будет в порядке. Как можно получить архив книг? Архив книг я сделал платным для того, чтобы людей мотивировать записывать видеоотзывы. Если вы запишете видеоотзыв и администрация группы решит, что этот отзыв хороший, я ребятам дал карт-бланш на это. Если они решат, что отзыв хороший, динамичный, он помогает людям проснуться, он помогает людей заинтересовать, тогда админы группы присылают вам архив, вы можете читать книги дальше. Такая мотивация для того, чтобы вы продвигали тему, а не были вещи в себе и не закрывали информацию в себе. Но если вы не хотите, можете просто зайти на сайт, заказать и купить его. Глубокая эзотерика. Ребят, поначалу я, когда что-то узнавал, я старался этим делиться, но я сейчас понимаю, что информация, которую я все больше и больше узнаю, к ней общество совсем не готово. И я просто о ней уже не говорю. Все, что я вам рассказываю, это совершенно обычные, доступные вещи для большинства, и эта информация не выбивается слишком сильно. Конечно же, я читаю значительно больше, чем говорю. И информация, которую я вам говорю, она, ну, в каком-то проценте маленьком мной передается вам. Естественно, есть информация, которую я просто боюсь говорить и не хочу говорить. И там очень много всего. И, соответственно, я иногда подобные книги аккуратненько добавляю в архив, для того, чтобы те, кто много уже изучил, могли прочитать, сделать свои выводы. Но там никакого сектантства, там просто то, что не принято говорить у нас в обществе. Вот. И потихонечку данная информация помогает все больше и больше сложить пазл вот этот вот, о том, как все устроено. При переходе на сыроедение сильно начинаю худеть, становится даже страшно. Боимся стать кощеями бессмертными. Ребят, ну я уже сказал, что мы реально кощеи. И мы реально бессмертные. Ладно, шучу. Соответственно, если ты хочешь соответствовать неким нормам общества, тогда тебе нужно принимать какие-то вещества, которые будут сдерживать влагу в твоих мышцах. И для этого тебе потребуется, первое, заниматься спортом, создавать нагрузку, то есть увеличивать рабочий объем сосуда, в котором будет вода храниться. И то, что будет эту воду держать. В моем случае очень хорошо помогает к спорту, это ореховая вода. Кто-то может есть бананы, кто-то может есть авокадо, любые слизеобразующие продукты, это может быть даже сырая картошка. Главное, чтобы оно держало в вас воду. И здесь уже вопрос просто вашего личного выбора, что вы хотите. Вот. Если вы хотите больше ходить в туалет, для вас это не напряг, пожалуйста, ешьте, если тем более вы привыкли есть. Если для вас это кажется каким-то бессмысленным, вы каждый раз так удрученно смотрите, зачем я вообще ел, вот это из меня вышло, что за бред вообще, то переходите на более жидкое питание, и чем больше в вашем рационе будет жидкости, тем, мне кажется, лучше. Слушаю и смотрю многих других блогеров по сыроедению, каких, по твоему мнению, стоит слушать? Я никаких блогеров не слушаю. И тем более в свете определенных событий я уже понял, что, наверное, даже люди, которые могли тебя чем-то когда-то впечатлить, могут оказаться, могут потом начать говорить другое. И когда меня приглашают выступать на какую-то передачу с каким-то другим человеком, я понимаю прекрасно, что прямо сейчас, если я с ним выступлю, то фактически я беру на себя ответственность за все, что он говорит сейчас, за то, что он скажет в будущем, и то, что он говорил до этого. А мне это ни к чему. Я, бывает, иногда даже в силу прочтения определенной литературы свое мнение меняю. И уж мне тут претензии предъявляют, то, что я свое мнение поменял, скорректировал, исходя из новой информации. То уж отвечать за других людей я точно не хочу. Поэтому вопрос выбора, скажем так, человека с регалиями для каждого из вас, это вопрос личный, индивидуальный. Я бы сдал бы маленькую рекомендацию даже мне не смотреть, а все-таки читать книги
И я уверяю вас, этого будет вам достаточно. Просто читайте книги. По поводу родов ребенка. В ролике, который я хочу снять, я об этом расскажу, но сразу скажу, что информация будет такая шокирующая. Если коротко, рожать нужно стоя, в идеале еще это сделать в водную среду, пуповину не обрезают, ни в коем случае не делать УЗИ, потому что это просто убивает клетку нахер. Удален аппендицит и гланды, как жить? Есть люди, у которых желудка нет, нормально живут. Это органы, которые помогают более эффективно выводить то, что вы съели. У меня аппендицита нет с 7 лет. Соответственно, когда я ел неправильную пищу, молочку, у меня организм не имел ресурсов для более активного выведения заразы, которую я потреблял. Поэтому, в отличие от других, я имел более пагубные последствия на здоровье. У меня, допустим, на спине было много прыщей, я чувствовал себя гораздо хуже, чаще болел. У меня была огромная толстая книжка по медицинской. Соответственно, те, кто имеет аппендицит, имеют менее толстую книжку и меньше прыщей, поэтому, возможно, именно по этой причине они не так быстро доходят до тех или иных вещей касательно здоровья. Но если у вас нет этого органа, и вы питаетесь чистой пищей, либо вообще не едите, то я уверяю вас, этот орган просто, ну, нет его и нету. Тем более, что люди, которые придерживаются голодания или неедения как такового, они вообще замечают, что у них органы все уменьшаются, между ними даже появляются пустоты, которые вызывают некоторый дискомфорт. И потребность, то есть органы выведения, то есть все органы, которые мы называем органы пищеварения, по сути, они являются адаптацией под то, что мы делаем. Если ты ешь сверх нормы или в принципе ешь, естественно, органы увеличиваются, становятся крупнее и занимаются тем, что, в общем-то, выводит то, что ты запихнул себе в рот. Но если ты не ешь или ешь мало и пьешь соки, соответственно, органы подстраиваются по размеру, по функционалу, под то, что ты делаешь. И, соответственно, меньше изнашивается, а меньше изнашивания – дольше жизнь. Ну, в общем, все на самом деле очень просто. Кофе, чай, какао, что скажешь? Начиная с разговора о качестве и заканчивая о том, что это реально нам дает, я думаю, что ни в каком количестве, никогда и нисколько, и это бессмысленно. Я об этом очень много раз рассказывал на своих видеозаписях. Вообще, ребята, если хотите как-то, ну, более глубоко погрузиться в тему о том, что я говорю, ну, не ленитесь хотя бы иногда, один ролик в день просматривайте и смотрите, и читайте книги, которые я рекомендую в этих роликах, и вообще читайте стену. То есть на вебинаре все не сошлось. Лучше, если вы будете интересоваться, смотреть, изучать, тогда постепенно вы потихонечку сформируете понимание. Потому что в одну секунду всю информацию разом перекачать очень сложно. Вы представляете, этих роликов уже до 200, как СРЭД отвечает на вызовы, связанные с редкими аутоиммунными заболеваниями. Аутоиммунные дегенеративные заболевания – это заболевания, которые возникают в принципе из-за употребления видовой пищи. Поэтому, естественно, если вы питаетесь видовой пищей, то любые аутоиммунные заболевания – это остаточный эффект, имеют остаточный эффект. То есть это то, что из вас выходит, вычищается из того, что вы делали раньше неадекватно своим телом. Поэтому со временем, естественно, аутоиммунные заболевания у сыроедов, допустим, чистых, или тех, кто не ест, или там питается соками, ну как они могут возникнуть? Если они возникают из-за неправильного питания, а ты его сейчас больше не употребляешь, то, соответственно, и их не будет. Поэтому они постепенно уйдут на нет, сойдут на нет. Количество приемов пищи в день. А опять-таки, исходя из потребностей, если чувствуете, что хочется, значит, кому-то это надо. Надо либо вашей симбиотной, либо вашей патогенной флоре и фауне, либо вашему сознанию как таковому, если вы понимаете, что эта пища нужна вашему уму, а не физическому телу. Соответственно, если вы очищаетесь, если вы переходите на более чистое питание, со временем количество пищи ее сокращается значительно. Разумеется, ее количество, ну, просто, ну, не вписывается ни в какие рамки дополнительные, то есть, допустим, там, утром, вечером. Я могу сказать то, что я ем в течение дня, но большинство из вас скажут, это вообще нормально, это ненормально, так нельзя, это невозможно при этом так заниматься и так выглядеть физически. Соответственно, как бы, зачем я буду вообще об этом говорить? Ну, если хотите, я могу сказать, я просыпаюсь, вот, допустим, сегодня я ничего не ел, для того, чтобы во рту не першило, я сделал глоточек сока апельсинового. После вебинара я все выключаю, закрываю, у меня тренировка. Я на тренировке занимаюсь, на тренировке я выпью Витгарса, но опять-таки это новое веяние, я раньше его не пил, тоже все было нормально. Вместо этого просто кушал пыльцу, для меня это было для ума объяснением того, что мне нужна энергия. Соответственно, после тренировки, которая будет часа 2-3 идти, я, скорее всего, для зашлаковки могу выпить орехового молока. Точнее, могу съесть дополнительно даже банан, но опять-таки, если найду хорошие, а могу не найти хорошие, поэтому, скорее всего, может быть, и не буду. Но если найду, я слопаю банан, потому что это будет хорошей зашлаковкой, и этот банан, который из меня выйдет, он, в общем-то, ну, не проблема. Но если я его не съем, для меня будет гораздо лучше.
Я лучше выпью просто орехового молока. Ломка, которая возникает от желания есть пищу, она только в том случае, если вы сидите на зависимости от пищи. Когда вы от нее освобождаетесь, то ломка пропадает, и то есть вас тупо не трясет. Вы знаете, такое бывает, когда ты питаешься вредной пищей, а потом переходишь на живое питание, и тебе к вечеру начинается желание, сильное желание поесть. Почему это возникает? Ты понимаешь, что ты смотришь, допустим, на макароны какие-нибудь. Ты прекрасно понимаешь, ты прочитал об этом литературу, ты знаешь, что в макаронах нету ничего, что тебе дало бы какую-то энергию или дало бы тебе пользу. Это мертвый продукт, который ничего тебе не дает. Но при этом ты смотришь на него, тебе его хочется, тебя трясет. То есть у тебя физическая тряска, тебя ломает, как наркомана. И когда ты понимаешь, что если сейчас ты съешь эти макароны, они тебе ничего не дадут. И, допустим, ты берешь их и съедаешь, ломка пропадает. Фактически это просто наркотическая ломка. И для того, чтобы избавиться от наркотической ломки, нужно просто перестать получать дозу наркотика. Там макароны или еще что-нибудь, неважно, что, на чем вы сидите, на соли, на специях, на сахаре, все это наркотики, на казоморфинах, на молочных продуктах, на сырах. И когда вы перестаете это потреблять, у вас пропадает наркотик, и у вас постепенно пропадает наркотическая зависимость, вас отпускает. Поэтому вас к вечеру вот так вот не трясет от того, что вы не получили какие-то питательные вещества. Но меня не трясет вечером, меня не ломает. Я прекрасно знаю, что если меня было трясло бы, и если я съел бы макароны, тряска прошла бы, это просто было бы удовлетворение ломки. То есть, ну, в смысле, снятие ломки посредством новой дозы наркотика, вещества, которое отравляет, зашлаковывает. Поэтому поначалу, да, будет тяжело, да, вас будет ломать, вы наркоманы все, вы сидите на еде, по-другому не скажешь. Съел немножечко энергетически заряженной пищи, там, какого-нибудь там фруктика, попил водички, и в принципе все, я не трачу время на покупки каких-то продуктов, я не хожу по этим магазинам, не занимаюсь мытьем. Ну, то есть я, конечно, использую это для мытья, но по большому счету, вот кухня, в моем доме до сих пор еще газ не пустили. У меня весь дом переживает, и я вообще не парюсь. То есть мне как бы вообще пофигу, есть газ, нет газа. То есть для меня все, что нужно, это вот миска с фруктами, холодильник, который мне помогает хранить продукты, и удобно просто вытащил, разморозил, слопал. Ягодки, допустим, которые я наморозил, чернику, зима закончилась, а я еще не всю доел. То есть можно в блендер добавить. На самом деле количество нужно небольшие, и вся пища, которая требуется, она нужна по большому счету уму. Меня все время просят: Рома, сними ролики, давай, как ты готовишь, готовишь. Блин, да я ничего не готовлю, чё, о чем мне снимать? Я вот сделаю мороженое, и то потому, что это нужно подруге, но как бы, а все, а что готовить еще? Кому это нужно? Ну, покушал, ну, вкусненько, ну, не так уж это и вкусно. Все равно потом пошел после еды, рот прополоскал, и через 5 минут уже ничего не осталось. А все, что нужно, это просто, чтобы оставить воду. И в этом мире есть гораздо больше ценностей и интересов, нежели чем просто заниматься постоянным пропихиванием пищи себе вот в эту дырку и выпускание через другую дырку. Многие, кстати, шутят, и было бы забавно, если бы у нас та дырка была бы размером как эта дырка, а эта как та, и тогда бы мы не съедали такое количество вредной пищи, а все, что съедали, у нас быстро выходило. Наверное, было бы замечательно вообще. Хотя, не знаю, лучше на эту тему не фантазировать. Рекомендации по тренировкам и по питанию. Ребят, я обладаю информацией, она у меня есть, в силу того, что я сам ее практикую, я могу помочь конкретному человеку, но это всегда личная работа. Это личная работа, и это мое личное время. Естественно, если у вас есть необходимость и желание общаться со мной лично, вам нужно это будет время мне оплатить. Расценки есть у меня на сайте, пожалуйста, регистрируйтесь, оплачивайте, и я с вами свяжусь и назначу вам время, вы выберете для себя удобную дату, потому что все время есть какие-то консультации. Мы с вами пообщаемся, я вас выслушаю лично, вы будете видеть меня, я буду видеть вас, и у нас будет возможность как бы помочь вам, то есть сэкономить ваше время, которое вы бы могли бы потратить на чтение книг. Если у вас нет этого времени, вы можете обратиться к людям, которые могут вам это время высвободить посредством того времени, которое они потратили на чтение книг до этого, до вас. Если вы самостоятельно и можете совершенно спокойно изучать информацию, и вам не нужны какие-то там гиперпинки под зад, пожалуйста, читайте, смотрите, вся информация в открытом доступе. Я слышал огромное количество положительных отзывов от людей, которые читали, смотрели, в силу того, что все, что я рассказываю, абсолютно достаточно для того, чтобы самостоятельно двигаться. Поэтому личная работа — это исключительно такой вопрос лени, что ли. То есть, если ты ленишься, если ты хочешь просто к личному контакту, хочешь точно разобраться, считаешь, что твой вопрос самый важный и так далее, что на него ответа еще до сих пор не было, тогда да, тогда я понимаю, что, возможно, личная консультация будет полезна. Я личные консультации в вопросах питания ни у кого не брал, но в вопросах, скажем так,
мироустройства, в вопросах каких-то практик особых. Я брал консультации, да, я не считаю, что это трата времени и денег впустую. Мне кажется, что люди, которые в какой-то области крутятся, занимаются чем-то, они неизбежно со временем станут специалистами, и получить опыт в моменте от этих людей для меня было очень полезным, и я не жалею ни копейки, ни времени, который потратил. Поэтому, если вы сделаете то же самое в мою сторону, пожалуйста, я потом все равно эти деньги направлю на свое развитие, поэтому, как бы, это просто течение времени, течение энергии, деньги как эквивалент времени, это все так вот гуляет, поэтому даже иногда кажется странными эти предъявы людей, которые говорят, что как это так, ты вообще говоришь хорошие вещи, ты уберешь за это деньги. Да идите нахер тогда. То есть, ну, как бы, если ты бесплатно ходишь и, извините, покупаешь вредный хлеб в продуктовом магазине, платишь за это деньги, не требуешь его бесплатно, то почему кто-то должен тратить свое личное время? Этот же хлеб приготовили, простите, это же время привезли, еще что-то. Почему он должен быть бесплатным? Тут перед тобой человек, который тебе рассказывает, тратит свое время, подготовка. Это огромное количество ресурсов. Это просто кажется, что просто чик, включил и все смотришь. Нет, это ресурс, это временной ресурс. Причем другого человека, и не меньше энергетики требуется для этого. Те, кто это делают, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Что ты скажешь по поводу ВИЧ? Ребят, я прекрасно знаю, что эта информация уйдет в интернет, но гораздо лучше, если вы об этом будете знать. То, что я об этом узнал из литературы, из различных источников, в сухом остатке выглядит довольно-таки необычно. И суть проста. Его нет. То есть люди умирают не из-за того, что у них ВИЧ, а из-за лечения, которое им прописывают для того, чтобы от него якобы избавиться. То есть это мощнейшая ложь, ровно как и рак. Я слышал, что рак – это обычное грибковое заболевание, которое лечится за несколько дней посредством очищения. И в это сложно поверить. Я сам в это до конца не верил долгое время. Но прямо сейчас я понимаю, что более того, я даже сам лично в интернете набирал и смотрел ролики людей, которые рассказывают о том, что то или иное питание и помогло им избавиться от СПИДа, от рака. И сразу же тысячу комментариев людей, которые говорят, да ты балабол, у тебя ничего не было, а где подтверждение? А даже если есть подтверждение, то они рассказывают, что это купленный врач. Поэтому это борьба, эта борьба находится не на нашем уровне, и в моменте нужно просто принять простой факт, что если ты столкнулся с недугом, который система называет как неизлечимый, не спеши расстраиваться, скорее всего, все прекрасно. Ты совершенно спокойно можешь от всего избавиться, и все, что с тобой происходит, это вопрос исключительно потребления того, что ты, в общем, и использования своего тела не по назначению. То есть ешь не то, что должен есть, и, соответственно, все это у тебя пройдет, и случаи исцеления волшебного, я не хочу их называть случаями исцеления, это логично, это да, понятно, просто это своего рода заболевание, которое возникает из-за употребления едовой пищи. Те же самые проблемы там с женскими половыми органами, всякие там молочницы. Это просто лимфоузел, с которой выходит зараза, это первый узел. И, естественно, если ты ешь дерьмо, который не должен есть, и организм будет выводить, и начинается обострение. И любая женщина, которая приходит к врачу, гинекологу, они там такой спектр всего. А им же нужно продавать, им же нужно лекарства, все это нужно же все делать. Поэтому, если ты во все это веришь, ты на всем этом сидишь. Если ты во все это не веришь, то ты свободен. Этот вопрос, кстати, мне задавали по поводу информационной брони, информационной безопасности. Если ты находишься в иллюзии мира, в котором есть те, кто могут на тебя повлиять, то степень влияния на тебя этих людей пропорциональна твоей вере. Чем меньше ты веришь, тем меньше ты подвержен воздействию этих людей. По большому счету, человек, который сидит в центре стадиона и ест, не знаю, там, гамбургер, и если весь стадион получил бумажку, на которой написано «подавись, подавись, думай, чтобы он подавился», по большому счету, если человек будет знать, что так все думают, он, скорее всего, подавится. Но если он не будет знать о том, что написано на этих бумажках, а ему наоборот еще скажут, что на каждой бумажке написано «приятного аппетита», он этот гамбургер, ну неважно что там, яблоко, он съест с таким вожделением и аппетитом, что просто это будет самая вкусная пища в его жизни.
Это же касается всего, что нас окружает. Я не исключаю, что есть структуры и способности некоторых личностей, которые могут на нас очень сильно влиять. Но, по большому счету, кому ты нафиг упал? Вот. А если упал, то снижение уровня значимости, контроль своей значимости, он помогает себя, как минимум, ну, немножечко обезопасить. Полностью не обезопасить, но, в общем и целом, обезопасить себя на 100% не может никто. Поэтому никакой разницы здесь нету. А за сколько часов до сна не ешь? Вопрос от того человека, который явно питается вредной пищей. Если ты питаешься исключительно полезной пищей, или по сути просто питаешься, используешь слово «питание» как от слова «пить», например, пьешь воду, попил воды, это попитался, то не имеет значения, за сколько часов. Если это вредная пища, конечно же, значение имеет время суток, потому что ну, вредную пищу нужно выводить, нужно усваивать. А если ты питаешься воробушком и еще и водичкой там, или какими-то соками, то время суток и приема пищи уже просто вот так плывет и не имеет никакого значения. Знаете, как говорят, вот смотрю я на там Сникерс и понимаю, что хочется, а раз хочется, значит надо. Ребят, вопрос, кому надо? Организм требует, значит, ему надо. Но когда организм чист, а если он не чист, то его желания неадекватны. По большому счету, неадекватное питание формирует неадекватные желания, и поэтому твои неадекватные предпочтения, в общем-то, идут тебе не на руку. И ты получаешь неадекватное состояние здоровья. Если ты ведешь себя адекватно на всех этапах, то, соответственно, все хорошо. Самый короткий способ перейти от мясоеда до моноеда. Волшебная пилюля. Волшебная пилюля мотивации. Ребят, я думаю, что спешить не стоит. Дело в том, что когда вы переходите от одного типа питания к другому, вы неизбежно высвобождаете огромное количество времени, и вы попадаете в уловку, когда вы просто не знаете, чем себя занять. Это серьезная проблема. Потому что если вы переходили резко, вы еще не успели найти себя и понять, чем вам заниматься, помимо того, что у вас вокруг в виде еды, в виде всех этих ритуалов, традиций. Потому что если вы посмотрите вокруг, реально весь мир заточен на еду. Каждый фильм, каждая книга, каждый разговор с друзьями. Да, даже сейчас я вебинар веду на кухне, понимаете? То есть все в этом мире заточено под жрачку. И когда ты начинаешь мало есть, весь этот мир, он никуда не девается. Он остается, и он висит над тобой, и тебе нужно что-то с ним делать. И единственный способ – это найти ему замену. И вот до тех пор, пока вы не нашли замену, вы не сможете существовать нормально. Вы будете постоянно ходить в состоянии такой депрессии, вам будет скучно, потому что ничего нету. Резкий переход, он возможен, но поймите следующее. Если вы перейдете слишком быстро, то, скорее всего, у вас будут, возможно, возвраты, откаты в силу того, что ну, вы просто не знаете, чем себя занять. Ну, просто тупо скучно. Нечего делать. Но если вы будете постепенно переходить, ваш переход будет такой более плавный, то, скорее всего, вы успеете найти себя, вы успеете найти свои хобби, вы успеете занять себя чем-то, что вам будет интересно. То есть я в свое время забиваю полностью книжками. Для меня это прям классно. Вопрос по поводу зрения. Изучайте метод Шичко, вы зрение сможете восстановить. Если коротко, проблемы со зрением, все четыре основные проблемы, это близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм, решаются посредством, вернее, они возникают из-за того, что какие-то мышцы в глазных яблоках перетянуты или недотянуты, или ослаблены. И если вы начинаете заниматься гимнастикой, упражнениями, то, соответственно, вы эти мышцы укрепляете, и ваше зрение восстанавливается. Поэтому 90 случаев проблем со зрением, а может даже и больше, решаются посредством гимнастики. Я лично свое зрение улучшал, потом были этапы, когда я его ухудшал, когда я об этом не знал, потом, когда узнавал о том, что это реально работает, я его опять улучшал. Прямо сейчас полностью еще не восстановил, но я на пути к этому упражнение делаю и думаю, что со временем каждый из вас может спокойно прийти к тому, что очки ему, в общем-то, не нужны. Очки – это могила для глаз. Аминокислоты, изменение уровня гомоцистина. В первую очередь, если вы проанализируете то, что пишут даже, там, скажем, в свободном доступе на Википедии, ее уровень опасный возникает, когда мы постепенно все больше и больше захламляем свой организм. Все больше и больше с годами едим мясо, все больше молочки, больше кофе, больше алкоголя, в общем, животный белок.
выработка нормальных витаминов и прочих веществ, которые нам рассказывают, происходит значительно хуже. Поэтому, ребят, если вы убираете всю эту, весь этот шлак, то любые параметры касательно здоровья, в том числе и уровень этого гомоцистеина, он приходит в норму, и, в общем-то, проблема как таковая не стоит. Ну, по большому счету, это такая же аминокислота, как и все остальные, которые мы выдумали, не выдумали, придумали и придумаем еще в последующем. По большому счету, никакой разницы нету. Просто об этом говорят для того, чтобы создать шумок, для того, чтобы создать проблемы, на которые можно, допустим, заработать или держать в уздах правления. Вопрос решается посредством комплексного осознания. Копаться в каком-то конкретном симптоме бессмысленно. Отличие питания детей и взрослых. У ребенка две ноги, две руки. Единственное, чем отличается взрослый особь вида от детеныша, тем, что взрослый особь имеет большую сопротивляемость к внешним раздражителям, в том числе и к еде. Поэтому все то дерьмо, которое вы едите, будучи взрослыми, ваш организм выводит и складирует более эффективно, нежели чем детский организм. Поэтому если вы будете ересь пихать в рот ребенка, у него будет быстрее все это выходить. Больше соплей, быстрее он будет отплевывать, харкаться, рыгаться, пердеть, не знаю, все что угодно с ним будет происходить. Поэтому вопрос исключительно о том, что конкретно мы едим. Если ты питаешься адекватно, будучи взрослым, то такое же адекватное питание будет подходить и ребенку. Все. Грибы. Ребят, есть информация, нашел, у меня было много сомнений. Ни в коем случае. Это как дрожжевые бактерии, грибки и прочее. То есть все вот это просто, это табу. Изучайте, ни в коем случае, ни в каком виде. Ни сыром, ни вареным. Место для жизни. Я пришел к выводу, что разреженный воздух – это основа основ, и чем меньше у нас кислорода, тем лучше наши тела сохраняются. Звучит странно, поэтому низина подходит нам меньше всего, и если мы реально хотим быть долгожителями, нам нужно либо самим контролировать свое дыхание, так называемые техники Вилома и прочее, когда ты определенным образом дышишь, приходишь к такому состоянию, когда ты полатома вдохнул, полатома выдохнул. Техник очень много. Либо ты просто живешь в условиях, где в принципе кислорода меньше. Вот, а это горная местность. И скорее всего, со временем, возможно, я когда-нибудь приму решение в то, что мне надо перебираться куда-нибудь туда, где я нахожусь как можно выше. Анорексия. Ребят, если вы хотите решить вопрос с анорексией, это чисто психологическое заболевание, вы вот прям такой худой, простой способ – это кушать орехи с медом, будете жирными. Второй способ – это заниматься спортом и зашлаковывать себя. Естественно, будет больше мышц, это более долгий путь, и это со стороны выглядит более аппетитно, приятно, но мы все ленивые, раз такие вопросы задаем, то, скорее всего, проще какой-то дополнительный вес себе создать на весах посредством лишних килокалорий, так называемых. Тоже бред еще тот. Зачем тебе на кухне плита и вытяжка? Ребят, ну я не в пещере живу. Квартиру, ремонт делал так, чтобы, если что, вдруг кому-то можно было что-то приготовить. Мало ли там, воды не будет разогреть. Ну как бы странно было бы просто сделать квартиру и не сделать такие базовые вещи на случай, допустим, если я буду ее даже продавать, например. То есть, ну что за вопрос? Симптомы месячная простуда, сыроедение. Кровушка – это ненормально в любом ее проявлении. Если кровушка идет, это означает, что наш организм очень бурый, явно ярко реагирует на неадекватное использование организма. Поэтому нередки случаи в интернете сыроедов нормальных, адекватных, которые не смешивают всякое дерьмо совсем, а лучше фрукторианцев или тех, кто питается в монорежиме или соками даже, у них пропадают месячные в том виде, в каком они у них были до этого, ну и в каком они есть у большинства, то есть нету крови. Нет таких болезненных состояний, и, соответственно, нету перепадов настроения. И вот эти болезненные симптомы месячные, это на самом деле является отклонением от нормы, как и то питание, которое мы используем. Звучит странно, звучит необычно, в это сложно поверить, но я лично знаком с людьми, которые со мной откровенно этим делятся, и у меня есть возможность им доверять. Вот. Поэтому это не единичный случай, и об этом говорят и в книгах по сыроедению, то есть это не какая-то такая странная тайна, которую иногда можно вскользь упоминать. Нет, это нормальное явление, изучайте эту тему, и вы выйдете на это. Я думаю, что практически нормальная каждая толковая книжка по сыроедению как минимум об этом упоминает, потому что вопрос является ключевым для большинства девушек.
Ладно, ребят, судя по количеству участников, которые почему-то увеличиваются, странно, я прошелся по всем вопросам, мне админы больше новых вопросов не скидывают, поэтому, с вашего позволения, учитывая, что мы в любом случае вышли за рамки, я искренне вас благодарю. Я очень надеюсь, что мой личный пример для вас является, ну, если не ключевым, наверное, не надо говорить, что это ключевой момент. Хотя мне часто говорят, что вот, если бы не ты. Ребят, да ну какой там, я просто в нужное время попал, и будет лучше, если я буду просто такой легкой подсказочкой на то, чтобы вам читать, смотреть. Я просто уже устал говорить, читайте, читайте, читайте. Есть люди, которые просто... Они ищут какую-то подоплеку под этим. Они думают, так, что он такой задумал, хитрец какой. Он манипулирует нами, он заставляет нас читать. Да, я манипулирую вами, я заставляю вас читать. Читайте, мать-перемать. Если вы не будете читать, вы будете тупыми. Если вы не хотите быть тупыми и знать что-то, вам нужно читать. Это единственное, что сделает вас осознанными. Избавит вас от количества, огромного количества бессмысленных конфронтаций с самим собой, с обществом. Просто все отпустите и потратьте время на самое главное в вас, в ваше развитие. Читайте, изучайте материал. Этот материал доступен, серьезно. Никаких проблем в том, чтобы найти книгу самостоятельно, потому что в архиве, который я преподношу, все книги находятся в открытом доступе, я их в интернете скачал. Просто они находятся там в одном месте. Людям нравится с одного места скачать, смотреть. Они не какие-то особенные, это обычные книги, в свободном доступе находятся. Я их не покупал ни одну. Это просто мотивация для того, чтобы вы записали отзыв, для того, чтобы вы не стояли на месте, чтобы вы двигали других людей вперед. Ваше движение вперед – это исключительно факт присутствия или отсутствия лени в вас. Если ты ленишься, не двигаешься, если не ленишься, у тебя все получится. Что бы ни говорили в интернете, что бы в интернете ни писали, всегда будет тот, кто будет говорить плохо и хорошо. Вопрос только в том, как ты это воспринимаешь. Найди зерно сам, суть, пойми ее сам, прочитай, проанализируй, взвесь информацию. Перестань жить по принципу ОБС, одна бабушка рассказала. Бери и проверяй, сам читай, смотри и проверяй. Все получится. Если бы я слушал каждого встречного и верил бы на слово каждому встречному, вряд ли бы у меня получилось бы прийти к тому, к чему я пришел, например, сейчас. Поэтому чтение – это наше все. Благодарю вас. Пока-пока. Будьте молодцами. Тут просто камеры. Я вебинар записывал на несколько камер, и в записи вебинар будет клево смотреться. Я надеюсь, что все было хорошо. Я надеюсь, что я был вам полезен. Пойду заниматься. Мне это нравится. Надеюсь, и вам тоже понравится. Все. Пока-пока. Спасибо всем админам. Вы мне реально очень помогли, и я очень рад, что все вы смогли быть сегодня утром на местах и выполнили возложенную на вас обязанность в полном объеме. Молодцы. Респект. Большое спасибо всем, кто был сегодня на вебинаре. Благодарю вас искренне. И, ну, молодцы. Я рад, что вы заинтересованы. Я рад, что вы двигаетесь в этом направлении. Я рад, что... Ладно, давайте. Пока-пока.